Доброго времени суток, дорогие друзья. Начинаем трансляцию. Давненько не было подрубки уже, а именно... Секундочку. В субботу, по-моему, было, да? Да. Ну вот, собственно говоря, уже 4 дня. Но, ребят, вы не представляете себе, как много энергии забрала стрим-хата. Невозможно было стримить. Вот только в субботу был продажный стрим. Хватил только на него. Ну, не продажный, ну, батлкапный. Реально недолгий был. И что я могу сказать еще? Теперь, с этого дня, я хотел бы сделать официальное заявление. Теперь на этом стриме будет исключительно Fortnite, и больше ничего не будет. Да, я становлюсь профессиональным игроком Fortnite. Как ниндзя, как доктор Дизреспект. Только отечественный вариант. Отечественный, с невероятным скиллом, там, и так далее, и так далее. Вот так вот, ребят, вот так вот. Ты чё, охуел? Ну, вот этот вопрос я ждал. Частенько его вижу, когда, например, пишу, что трансляции в ближайшее время не будет, потому что я поеду отдыхать, например, с 31 по 5. Вот. По 5. Ребят, ну что, что поделаешь? Жизнь не стоит на месте. Мир крутится, и мне тоже надо уходить от доты. Нет, ну, это, конечно же, все-таки шутки и лирика, но дота, честно, затрахала прям очень сильно. Невозможно в нее играть, постоянно выходят патчи, но лучше она не становится. Матчмейкинг такое же дерьмо, по этим матчмейкинг это неиграбельная штука, есть только батлкапы, которые то непонятно как там, чего, куда, зачем и почему. Вот, ну и, конечно, подобные движухи КБУ, квал эпицентра, нужно заранее сильно продумывать, делать нормальный состав, чтобы не отлетать от рандомных челебосиков. Вот. Ну а Fortnite мне действительно в последнее время нравится. Так что посмотрим, попробуем поиграть в него. Да. Ну все. Закончили, значит, вступление. Магистр Алекс, 23 месяца. Спасибо большое за переподписку. ВИСТВ, 29 лет. Куза, 8 месяцев. Хиромайт, 28 лет. Спасибо большое. Все, я к ребятам. Алло, приветики. Еще раз. Приветики. Ну что, мы делаем это? Кокс, ты будешь или что там, как там? О, мне дали этот, кстати. Сейчас я буду огненный дракон, короче, из задницы у меня будет. Это на сотом уровне? На 84-м. Блин, короче. Очень хочу, на самом деле, поделать квесты. Но вряд ли это будет стакаться с нормальной игрой на победку. Хотя, если, допустим, мы один раз упадем, ребята, в ревущую рощу, я возьму там пару сундучков, это же не значит, что мы проиграем сразу, правильно? Если мы пойдем в ревущую рощу, мы, скорее всего, выиграем, потому что, типа, мы точно залутаемся, спокойно добежим, скорее всего, останется человек 8 помимо нас, когда мы окажемся. Кнопку. Так, да. Готов. Это я как человек, спросите, который только что выполнил этот квест, могу сказать. Я понял. Ну, я бы, на самом деле, там высадился. Да я не знаю, там... я даже один сидел и играл в Fortnite. Вот один, сегодня. Это похвально. Инвока, спасибо за 3 месяца. У нас тихо слышно. Сделать погромче. И что, Андрей, люди бунтуют? Да он заорет рано или поздно. Так что, блядь, попросите сделать потише или выключить вообще стрим. Ну ладно, я сделал погромче. А он уже объявил это? Что? Все в курсе. Кто в курсе, о чем речь? Ну что, ты фортнайт-стример Fortnite теперь? Да, я сказал. Я говорю, люди бунтуют? Ну а что поделаешь? Конечно, когда происходит революция, все бунтуют, но со временем поймут, что это было правильное решение, что так и нужно было, что к этому подводила жизнь меня все время. Ну да. Чё, кстати, с нами Team Rocket 75. Давайте отправим его в башню. Да, давайте. Отправляем его в башню. А сами полетим в Акро. Но мне в ревущую рощу нужно, это очень важно. А где ревущий? А, я понял. Давайте мы рядом полутаемся, может, тогда. Ну да, там да. Мне нужно Сундукевича. Окей.
Так, все, я поехал. Прыгаем. И он прыгнул. Отлично, полетел в башню, хорошо. Well played, команда. Он, блин, что-то понял, Сука, он свернул. Он слишком умен. Андрюх, я у тебя пометку дам. Вот здесь вот ящик. Я два раза вот там. Я, короче, два раза туда летел, сделал квест. Кекс. Я говорю, я очень опытный в этой игре уже. Я знаю все сундуки на карте. Понял, извини. Ничего страшного. Так. Вообще никого нет, вроде, в этих краях. Вот так расплетались. О, мне дали в рот, ребят! Слушайте, это было очень плохо. Понял. Русский ниндзя. Ну, не, я бы сказал, что Андрей русский доктор Лупо. Ну, вообще, я вам так скажу. Доктор Залупа? Ну, блин, ладно, я же воин, мне вряд ли буду сказать. Короче, я не знаю, я потыто имел что-то сейчас. Ну, это розыгрыш, это разминка обычная, все нормально. Так это, Андрей, там скрываться? Да, Андрей, ползи ко мне как-то, в мою сторону ползи, я бегу. Я... Не знаю, успею. Тут на этом самом, на кусте. Блин, там, мне кажется, я не успею. Нет, ты успеешь. Я бегу тоже. Я думал, там никого не будет. Блин, я, вообще? Мне нужен еще один этот сундучок, желательно. Да блин, а я, кстати, не понял, как так получилось. Я вроде стрелял прям в лицо. Ну, это разброс. Да, я понял, в чем. Это спрей. Эмочки. У эмочки очень большой разброс, невозможно аимить правильно, грамотно. Нет, кстати, конечно. Он хочет меня отдать. Сука. Статистика матча, ребят. Урон игрокам 186, если что. Получен урон 208. Что, кстати. Вообще есть инфа, знаете какая? Что, короче, здесь, знаете, как разброс работает? Короче. Если прицел на человеке, то тогда есть шанс, что по нему попадет пуля. Да, то есть тут нету разброса в обычном понимании. Тут вот если прицел на человеке, то там есть какой-то шанс, что попадет именно в прицел. Вот все. Ты бежишь, Кирилл, сюда? Я тут. Слушайте, гайз, вы это, вы играете пока? Я сейчас зайду в соло в игру, соберу этот один странный ящик и буду готов. Ну, невозможно не выполнять квесты, когда ты играешь в Fortnite. Я понял, что это самое важное. Боевой пропуск намного важнее, чем сама игра. У меня мало патрон, к сожалению, воевать с ними. Тут сквад целый. Они боятся со мной. И к Андрюхе пойдем. А ты можешь назад в лес убежать, чтобы они на меня да, вышли? Да. Не, вы можете не фидить, вы пока там это, играйте. Мы не фидим, надо валеркам отомстить. Угу. Ну там реально валерки, кстати. Там челебос пропёрся прям очень сильно. Он тоже заспрейл и получилось голову. А я заспрейл и, ну, вот как-то так. Блин. Ярик тебе в спину заходит на 16. За деревом, за этим, за толстым на 16. Вот три дерева, вот за третьим. Понял. У меня просто 6 патронов есть в калаше. А у него оружия нету. Слышь, давай, сука. А, понял. Золотой с картов был. Да. Чем поливаем? Не, рано. Играйте, я говорю. Я даже еще не вылетел. Мне нужно один сундук взять в ревущей роще. Прикинь, и фиолетовый скар. Нормально тут? Нормально. Так вот, тем более играйте. Пока, если у вас два скара, наслаждайтесь игрой. Я тут реально понял такую вещь, пока я делал квесты, иногда, когда дропал хорошее оружие с сундуков, если это какой-то скар, то реально можно играть, потому что с ним ты очень много удовольствия получаешь. Супер топовый. Еще я понял то, что М-ка реально из дерьма сделана, к сожалению. Не стоит ее брать в руки. Без перчаток. Вот. И надо коллаж брать исключительно. Потому что хз на длительное, на дальнее расстояние М-ка вообще ничего не может сделать. Просто не попадает. Естественно, проблем не во мне, ребят. Не, ну вообще это правда. Я правда плохой. Ходят слухи, что все стримеры Fortnite читают чат. Да, это правда.
Так, а с нами еще есть Team Rocket 75. У меня, если что, ни патрончиков, ни хера нет вообще. Я могу что-то дать немножко по этим. У меня есть на М-ку, ну, штук 30 могу начислить. Надо? Дам. У меня в Скаре 18. О, малыши. На, вон, скинул под лестницей. Блэд. Отечественный ниндзя, ребят. Так, ну сундучок. Сука, он взял сундук мой. Что-то это Team Rocket какой-то не тимплейный игрок. Убежал куда-то. Но здесь обычно больше сундуков валяется. Так, куда побежим? Тут есть один вроде. И сдох. Я не знаю. Но какая-нибудь куда-нибудь. Склада, наверное, там самая всегда. Встреча. Так, Екса, ты говорил, там сундук это есть, да? Там трейлер, да, стоит. На нем уже три раза из трех сундук был. А что за квест? Что надо сделать? 7 сундуков. Что-то я зарофтал немножечко, но нормально там обошлось. 3-4. 4 я собрал. Надо было кирку кидать просто ему в лицо. Могло бы сработать. Во, да, на трейлере есть. Спасибо, Кирилл. Пожалуйста. Даже если ты очень опытный, никогда не страшно получить еще немного. Это правда. Полный рот опыта — это то, зачем мы все живем. Ну да. Так, с этим тяжело спорить. Что-то будет кто-то из города выбежать сейчас? Не знаю. Я что-то сомневаюсь. Мне кажется, уже все убирают. Это ж сквады, а не соло. Людям сидеть-то. Это в соло все сидят. Ну, тебя уже ВВ приглашали по Fortnite играть. Да, но я пока, так сказать... Так, все получилось. Я пока в раздумьях. Есть много коллективов, за которые я... Все идет к башням. К сожалению. Так, гайс, кажется, я сделал это. Ну-ка. Да. Теперь нужно убивать врагов у засаленной закусочной. А где она находится? Ладно, разберемся. Полетим в следующем раунде тогда. А как мне к вам в это пригласиться? Ну, мы нафигим сейчас, наверное, сможем. Не удалось присоединиться к группе, обидно. Бывает. Ну, сейчас мы... Дорогие друзья, но пока ничего не происходит, я хотел бы также сообщить одну радостную новость. Теперь на этом стриме появились 6-минутные рекламные паузы, поэтому 6-минутная рекламная пауза, ребят. Там еще один. Да. Ладно, нет, на самом деле это будет обычная 3-минутная реклама, но тем не менее иногда будет и тяжелая артиллерия, предлагаю вас, предупреждаю вас. В общем, 3-минуточка, скоро вернусь. Сзади. О, вот как это? Меня просто нокнули через... А, он снизу. Понял как. Блин, у меня Эрик 6 патрончиков. Бери мои. Там были. Где-то здесь он лазит за этим трейлером. О, сколько там выпало всего, боже. Прорядил ряды пидорасов. Крепко. Так, ну гоу. Чё, один-то я уж не буду доигрывать, точно. Поехали. Андрюха, мы готовы? Да, я пытаюсь к вам в группу это самое заехать. Ага. Я могу к тебе зайти. Спасибо в группу. Большое. Ну вот, я с Кекой уже. Да,
Я на месте. Когда же будет реклама для сабов? Почему приходится терпеть такие лишения? Без твоего голоса на стриме контент не контент. Ну да. Ну придумаем обязательно. Скоро. Какую-нибудь рекламу для сабов. Стример. А стоп. Блин, у нас опять будет друг. Нет. А, да. Она вот это. Вот у меня стоял не заполнять. А сейчас, да нет, когда... это баг. Если у тебя стоял не заполнять, сейчас не будет. Типа. Я не знаю, почему так. Крип какая-то. А, нет. Ладно, есть друг. Ты хер с ним, в принципе, какая разница. Полезный. Че, полетим в закусочную, получается, убивать людей? Ну да. Это, наверное, вот эти квесты, они, наверное, самые сложные. Не потому что это сложно убивать людей, а потому что, как бы, в конце, это же последние дни этой недели, там народ вообще существует. У меня, кстати, такой же квест. Я как бы за. Так, а что там, наверное, убивать людей в этой закусочной, да? Мы как раз по неё летим. Придумано есть. А, подожди, надо обмануть чувака. Типа, что мы в парк. Надо где-то пораньше, да, чтобы это... Вот, ну типа мы будем выпрыгивать над башнями, плюс-минус, и он будет думать, что мы в парк. SPBSU, спасибо за 27 лет подписки. Вот, тоже поставим. Обратно. Ранфилл 2015, спасибо большое. Перемещаем. Прайм, Майкл Джей Филипп за 16 лет, спасибо. О, посмотрите, вы видите меня, кстати, как я лечу? Красиво? Ты где? Ну, я перед вами, по идее, выше чуть-чуть. А, вижу, да, прикольно. А, это огненная вот эта? Ну да, прикольно. Слушай, Ярик, я тебя сделаю погромче. У меня вопрос. А ты мог бы, когда вот поймешь, что ты сейчас будешь орать, делать это как-то более нежно? Могу. Хорошо, спасибо. Андрей, я могу вообще не орать. Не, ну это я же не могу просить об этом. Хорошо. Тут нет ни одного человека, если что, как бы. А друг друга считается? А то я говорю, мы так не выпьем. Оу! Мы можем друг против друга попадать сюда, летать и выполнять свой. Кстати, да, бус. То есть... Так, мой дом кто-то разбирает. Я с ним... Наверное, легче. Нафигел. Минус друг. Ну вот. Слабый. Очень жаль. Да. Да. А гранатомет ты будешь брать? Ну, не обязательно. Так, еще получается... Ну ладно, походу будем просто... Летать сюда, да? И надеяться, и верить. На победку, получается. Ну да. У меня гранатомет есть, могу отдать. Мне он не интересует особо. Я возьму. У меня тут есть один малыш, один большиш. Кайф. Блин, и у меня тут как бы уже слотов не хватает под шмотки. Так, сейчас как надо найти. Кирилл, я к тебе. Блин, тут что-то в домах так много ящиков с патронами. Прям очень много. Да, здорово. Я в доме три штуки нашел в одном маленьком. Я вот здесь вот на дороге выкинул большуша и малыша. Понятно, я подберу их. А, кстати, оповещение на экране, да, сейчас включу их. Блин, где-то есть сундук? Где он? Я не понимаю. Снизу? Блин, вроде включил. Ну, может быть, если зафакапил, то чуть позже сделаю. Эй! Че? Игра меня обманывает.
J4X4, спасибо большое за 7 лет. Рили Элиас за 10 лет тоже спасибо большое. Там Андрюха задремал, что ли? Что? Он задремал, пропал куда-то надолго. Да не, я это... Я же стример, там мучаюсь, размучиваюсь. Так ты же единственный стример. Покчамп! Ракетница, гайз. А гранатомет ты, кстати, Эрик не взял. Покатаемся? Да, блин, я бы хотел на гранатомете. Ну и на ракетнице. Может быть, лучше оставить ее. Хотя... Ну давай я все ракеты ему отдам. Да-да-да. Заряжены, оставлю себе. Прокатить тебе, может, их немного? Так, мне вот до елок на 28. До елок. Блин, ну... Я сейчас себя развалю, по-моему. Ну, подожди, еще раз. Так. Давай. А давай я, давай, может... Не-не-не, нормально, нормально. Попробуй Андрей, отсюда, прыгай. Есть две аптеки, давай. Почти. Не, подожди, подожди, почти. Еще разок. Я чуть-чуть пролетел. Ой, ага, хорошо. Ага. Все, доставка. Ярослав, ты поедешь? Да, давай. Сейчас, подожди секунду. Я танцевал еще в полете, если что. Подопьюсь немножечко. Так, нормально? Уверенности больше. Так, зарядил. Ну, давай, поехали. Спасибо. О, я запрыгну тут тоже, смотри. Давай, Ярик. Блин, что-то Андрей жесткий ракетометчик у нас. Ну, ребят, ребят, это моя работа, естественно. Ты же стример, ты готовился к этому. Конечно. А пойдем вот это по душам, может там где-то есть. 5 звезд в Uber. Да, кстати, ребят, поездку там это, поставьте 5 звезд, пожалуйста. Да. Мне это немножко не понравилось состояние вашей ракеты грязным. Слушайте, а вот на эту высокую гору хоть хочет-то? Вот сюда вот. А? Слышь, Андрюха, дай я тебе попробую на гранатомете пару раз запустить. Ну давай, ну давай, так как это делаем? Передо мной. Ну просто, просто прыгай, короче. Просто прыгай, а я буду подстреливать. Ну в общем все, да нет. Ладно, давай я тебя, это, на гору хочешь, на высокую ту? Вот на ту? Давай, хочу. Там ящик, возможно. Не, так не получится. Подожди, еще разок прыгай. Еще разок прыгай. Блять, я сейчас убьюсь. Еще разок прыгай. Вот так, прыгай. Еще разок. А! Стреляют! Откуда? Ярик, напали, напали. Блин, не батя. Представляешь себе, мы тут играемся в игру, а они... Кирилл. О, тут ящик есть. Не-не, я что-то спрыгнул уже, Андрюх. К ним не хотите? Я вот отсюда могу. Я насыпаю уже одного. Нокнул. Ой, нокнутый. Блин, нокнул, нокнул. Не вижу. Где-то возле дерева. Еще раз. На доме. Дал ему шляпку. Что-то я, Андрюх, не сообразил. На следующих давай залечу. Вот на следующих сразу запускай меня. Хорошо. Я к тебе иду жопкой. Так, сундучок где-то. Если что, ракета их отдавайте мне, пожалуйста, всем. Тут малыши, два малыша. Малыши, хорошо. Там, кстати, еще один сундучок был, я пойду его возьму. Куча сундуков, кстати. Слышу их. О, сочник, тебе надо малышей? Да. Так ты украл малышей? За то, что я украл твой скарб? А, я забыл дать их тебе. Иди, бери. Ладно, сейчас. Я этот сундук где-то слышу. Где он, блядь, а вот? Да, тут не залутан, тут еще сундуки есть. Вообще, сейчас с башни, скорее всего, кто-то придет. Да не, сюда с башни не ходят, это так. Это как бы вниз по карьерной лестнице. Парни, ну вообще нужно тренировать это полеты на ракетах, мне кажется, все равно это очень важно.
А где ты вытянул малыша или где? Я еще не вытянул, я несу вам и Андрею ракету. Давай, давай. Он даже не представляет, сколько у меня их. Я ракету нашел тоже. Синий калаш есть тут. Чё, погнали в круг? А погнали. Триммер, ракеты забери. Да, давай, я иду к тебе. Сейчас тоже подкину. Давай, Андрюх, если мы... Давай я буду изначально рядом с тобой бежать. Oh, если видим челов, короче, я в позицию. Вот этот знак. Вот этот знак, ага. Так, Кекс, репетиция. Прыгай. Чё, суки? Ну-ка, я могу на неё бомбу поставить? Я не могу. Сочник, репетиция. Прыгай. Сочник, репетиция, прыгай. Ага, ага, ага. Чё так жестко? Ёптать. У меня что-то лагает в полете почему-то. Ну, блин, сами понимаете, если будет какая-то душная ситуация, то паника, вот это вот, давление. Но я буду это экспериментировать, учиться. А чё, подушим около приятного парка? Там сейчас много народу должно быть. Да, давай. 27. О, дроп нам на лицо. Прям на нас. Ну, это еще один повод, как бы. Давайте возводим сторожевые вышки, короче. Нет, Кекс, закидывай тебя наверх. Вот, подожди, пробуем. Встань на вот эту штуку. Прыгай. Блин, жестко, Андрей. А? Очень-очень жестко. Да. Да, бегут люди, короче, на перекрестке 90-90, там, 3 человека. Вон, строиться начали. Ты, Андрюх, еще не забывай, ты можешь даже выше запускать, все равно можно спрыгнуть будет по пути. Одному дал. Нормально, кстати, ты ему дал. Жестко. И в приятном парке очень много людей, я человек 10 вижу. Тут война прям жесткая. Там человек 10 воюют. Я не шучу. Я за аэродропом, парни, аккуратнее, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Нам надо идти в приятный парк, там 10. Сейчас пойдем, я только аэродроп возьму. Сейчас там дрочь возьмет, нас друг. Там на футболе, вы сейчас увидите, что там настроено. Крепкую ракету получил. Короче, вот здесь люди, два склада воюют. По футбольному полю еще один склад. Короче, я безумен, я ракетчик. И из круга бежит на 70, два человека. Дал одному. Три пули залетело, Ярик. Еще один, вон правее. Еще залетело, Ярик, еще залетело. Вот это, один хп у этого. Попадай, убил. Ёб твою медь, почему я... А, у меня записывается, все записано. Погнали этих душить в городе? В городе? Парни, алло. Предлагаю на следующую точку переехать. Вот туда вот. На ракете. На СЗ, конечно. Давай, давай, Андрей. Откуда мы? Где? Вот, отсюда. Подожди. Давай. Прыгай. Блядь, нет. Я спрыгнул, как еще раз. Андрей, ладно, уходи! Нет, уходи! Там сзади душат уже. Суки, они мешают нам играть. Блядь, хелп! Надо поднять. Я это самое. Угу. Так, я прикрываю, Ярослав, нормально? Хелп. Нет, я же лежу, отдыхаю. Где нормально? Не, ну я понял, я надо тут... к вам подходить, прям я отсюда нормально прикрываю. Я не знаю. Бля, мне нет ресурсов застроить вверх. Ничего страшного. Okay. Будем надеяться на лучшее. Ракеты. Кирилл, у нас тут. Знаешь, Кирилл, нам нужно, да, ассистанс. Я бы сейчас буду хилиться здесь еще. Нет, не буду. Чело... Опа. Кекс, нужна хлопа. Здорово, поднимаю. Блядь. Да, я застраюсь от них, стараюсь. Ой, тут очень много идет, ребят. У меня 6 хп. Там еще из города челы. Есть хилки, это. Если мы их успеем выпить. У меня тоже я есть. Я их остановил. Они что-то стоят тупят теперь. Давай. Я тоже хилюсь. У меня ресурсов. Из города, все. Ну, это жопа. Из города.
Эти челы тут один супер близко. Прям вот, прям около вас. Вот я перед тобой. Бля, Кирилл, у тебя тоже не было ресурсов, что ли? Нет, у меня было. Понял. А, близко было. Хорошо, Андрюльбан. Ой, до конца. Ёб твое. Лол кек. Блин, ну если бы не городские, на самом деле, еще можно было как что-то сделать, но... Так. Ракетный бизнес. Не, с ракетами крепко. Подождите, что я сделал? Что я сделал? Теперь мне нужно убивать врагов за заселенной закусочной. Ну, в принципе, да, это все. Так это не изменилось. Да полетели, рано или поздно кто-то прилетит туда. Ого. В принципе, место-то более-менее. Дорогие друзья. Лол, используйте куст квест. Я вчера вроде использовал. Так, секундочку. А, нет, ничего показалось. Хотел же было на рекламу нажимать, но так-то катки быстрее. Какие у вас настройки графы стоят? Настройки графы вас интересуют, да? Да-да-да. Большое, высокое, 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 низкое. Последнее. Низкое без... это качество постобработки? Да, без вертикальной синхронизации. Размытие движения тоже выключено. И FPS включен, соответственно. Кстати, это, FPS получается. Качество постобработки это... Это что вообще? Ладно, качество постобработки? Не знаю, а размытие какое-нибудь вдалеке, наверное. Не, мы жесткие. Знаете, а знаете, почему мы сейчас проиграли замес? Просто потому, что мы на секунду задумались и остановились. Не, на самом деле мы проиграли замес, потому что Андрюльбан просто не выдержал и упал со скалы, разбился. Да не, ну, мне все равно, мне надо было на лицо этим челом прыгнуть, а я встал рядом и как дозорный на вышке. Надо было просто на лицо им прыгнуть, убить их и все. Красиво, Андрей, засними, какой у меня этот из жопы идет. Подожди, где ты? О, Кирилл. Там, правда, еще слева два таких же, как ты. Но у тебя самый красивый. А в смысле? Нет, у тебя очень красиво. Очень кекс. Прям. Ну слушай, это наши фраги летят. Почему весь чай спамит Алоху в пати? Алоха в эту игру, что ли, компьютерно играет? Да, играет. Пригласим Алоху поиграть. Ну кто хозяин-то хаты, я не понимаю. Не молчание сразу. Понятно. Хорошо. Андрей, тот челик. Рядом со мной много людей. Кто-то был. Одного нокнул. Вот сейчас приду на войну. Андрей, тебе надо убивать людей, квест. Алло. Да, найти бы этих людей еще. Около меня, человека три. Понял, сейчас пойду. У меня дрободанчик только. Они в доме напротив меня, то есть метку сейчас постараюсь дать. С вашей стороны, кстати, с вашей стороны. А, на крыше. Спрыгивает с крыши, бежит ко мне по улице. О, сзади, Кирилл, давай сзади. Стрельбу. Два раза попал, у него мало. Так, я иду к ним в мили. Очень мало космонавта, что сзади. Ой-ой, меня с жопы жмут. Парни, иду. Космонавта нокнул. Тут еще один склад. Еще нокнул одного. Трое нокнутых тут. Пацаны. Еще одному. Что это? Два склада. Все, они кончились? Съели. Тут куст, кстати, кекс, если нужен. Да, нужен. Я пока подхиливаюсь. Нормально. А сколько по квесту надо было убить? Ну, меня одного 15 мне было, надо было убить, а вроде бы убил. Понял. Но мне кажется, мы не досчитываемся фрагов. Тут еще люди должны быть. Добро, они все развалились. Полный мой. Так, надо... Так, Андрюх, где кустик? Дальше. Куст вот тут был. Подожди. Вот тут. А, о, спасибо, дай бог здоровья. О, синемка. О, дробик фиолетовый. Че, вообще мажик фиолетовый дробик? Дробик не взял, да. Ну я типа посмотрел просто Шрауда вчера, как бы он с помпы нормально давал. Ну думаю, я что, хуже что-то? А настройки скопировал его? Там у него настройки хорошие. А что за настройки?
Ну там типа сенсу, там монитор, яркость. Там. Нет. Ну ладно. Настройки душой у меня стоят. Понял. Так. Чё, у меня на улице долго на асфальт. Блин, там дома залупанные уже. А, нет. Просто без этих самых. Ну вы поняли, без чего. Так. Блин, а как тирку снять? Я ничего не знаю. Что нельзя снять? Урон получить надо. Ну. Вроде все. Реально дом без ничего. Добрый вечер. И это даже не рофл, не лутан, но у него просто ничего не было. Ну ладно, я хотя бы 150 дерева нафармил. Может кто-то следы замел, там же ящики ломать можно. Малыш есть один, выкладывай его около себя. Слотов нет. Малыш. Ну вот как, около себя, тут на дорожке прям заметно будет. А мы будем сегодня на стриме делать то, что мы вчера делали с крючком? А, ну почему нет? Как раз отличный контент. Даже где малыш? Нет малыша. С другой дальше. Стороны, с другой стороны. А, погнали, кстати, опять это место душить. Мы, кажется, по таймингу успеваем. Гоу. Блин, ну ракетницы нет. Вообще какой-то рофл. Типа, у меня вот... Я играл когда соляру. У меня ракетница была, наверное, в одной из игр 15, наверное. Я находил. А, редко. Вот, а здесь аж две было. Это ВТФ вообще. Да, гайс, Алох написал уже, он будет на следующий, по идее. Если что, на следующую Алоха будет с нами. Ну, если вы не против, ребят, конечно. Конечно. Приятно слышать. Тут есть какая-то власть небольшая. Есть. О, тут это... Да, с той же позиции, 4 человека идет. Идут к нам. Это сколько? Не, ну, ну вот на том же месте, где и те были. Я понял, вот, понял. Чуть левее баскетбольной площадки. Очень косвенный за этой келью. Прест, да. Нокнул одного. Да, да, есть один. Ой, там Ярик-то, что делает? Я пошел помогать ему. Я на войне. Ярик! Это мудал в рот. Там один остался, по идее, дальний. Там Ярик, да. Пад. Опа. Да блин, по мне никто ни разу не попал. Всё, не... дерьме остался. Взяли. Я, да, короче, тогда Ярика поднимаю, а ты... Есть. Есть? Очень удачно. Четко. Да, аптек вот много. Так, аптека не помешала бы, у меня хп не хватает. Ух ты! Ух ты! Мы в домике. А вы в курсе, что через нее прострелить можно, если вот она такая? Так, Ярик, аптеку возьмешь эту? Да, я пытаюсь взять аптеку, она спряталась. Блэд. Но тут залутано, кстати, было, когда они подбегали, а... так что... Малыши есть, нет? Обидненько. Синяя М-ка тут есть. Синий дробик, фиолетовый даже. Синий. Ладно, 5 хп хоть восстановлю. Я предлагаю башню, может, подушить все-таки. Стать чемпионами, как бы. Можно. Может попробовать. Блин, ну что-то реально синий калаш. По-моему, он разброс у него намного меньше, чем у серого. Я что, сейчас просто нажимал и смотрел на цифры 75, которые вылетают. Приятно. Это да, а возможно где-то написано об этом. Хотя нет, тут ничего не написано. Раньше было вроде написано как раз про разброс. А по-моему сейчас не написано уже. Тут залепано, ребят. Ну да. Я какие-то патроны нашел. Больше нет ничего. Предлагаю самоутверждаться в башне. У меня снайпер, правда, есть.
я понял. Видно меня, Ярик? Не, ты куст. А теперь? Я почкованием размножаюсь. Теперь тоже нет. Блин, интересно, зачем в этой игре нужен дигл? Потому что я так подумал, на средней дистанции ты стреляешь, там разброс просто невероятный. Не, на средней, кстати, вот как раз нормально. А, кстати, у меня же еще потом... У меня же будет квест еще сделать килл с ловушки. Надо будет тоже попробовать как-то. Я просто ловушки в этой игре ставил, наверное, от силы два раза. Но я уже даже назначил хоткейси удобный на пятый слот. Так что я готов. Ни хрена себе не залупанный. А, не показалось. Где люди-то? Непонятно. Возможно, эти чуваки были из башни? Может, тогда к приятному парку? Пойдем. Не, эти чуваки бежали с богатого берега. С манливого богатого берега. Дигла ваншот красивый. Не, ну с этим спорить никто не будет. Ну, типа, у него очень разброс большой. Ты стреляешь, такой, бам. Ну, это нормально. И вот, вот это вот, что это вообще это было? Это ребят, было. Это я разброс да. Показываю. А, понял, у меня просто это. Опа, а это мне показывает может, разброс. Со стороны. Это город замен, на который я бегу, метку дал. О, Андрей, там как раз внизу замес. Слышите? Передо мной внизу замес. X-Red 55, спасибо, что за 3 месяца. Я подсасываюсь. Imagination. За 2 месяца тоже спасибо большое. Орты, 2 года также. Ой-ой-ой, тут вообще здорово, ребят. Там, короче, прыгают. Все лутаются, короче. Чилибоссы, если что, будут со 140-150 где-то. Мы будем воевать с ними? Но у меня вот... авиков нет никаких. Ну, можно. Опа. Насколько враг? Вот, ну, на 62 коробка на правом домике, там двое. Понял. Вон, внизу. Трешечку дал ему, точнее двушечку. Блин, как с кустом играть? Где надо, надо лутать их. По нам откуда-то стреляют, то ли сзади, то ли, бля. На воде тоже кто-то есть. Вон, видите, островок на 58. Андрей пошел в атаку. Андрей не может держаться. Ну, я в дом, думаю, типа, залазить такая система, надо сверху, короче, подышить. Не, да, конечно. Да. А заходит в дверь опять, тоже да. Здесь зашел. Их двое, походу. Да, там было, немного дал ему. Тут есть что-то пособирать. Не особо. Да, в дом что-то не хочется. Удушающий будем делать? Что делать? Удушающий. Парни, есть великолепная идея. Они на крыше, они на крыше уже. Блять. Дальше идея. Да, топают по крыше. Я не... Я дал ему в голову, он вниз упал. Один есть. Нокнул одного, тут еще люди. Да, да, он очень лоу, очень лоу. Лава яйцем с меня сбили это. Я его вообще не видел, бегал за ним. За этого куста. Кто-то... Мне показалось, кто-то топнул. Я не могу пройти. А у них не было малышей, случайно? Скар есть. Скар тут есть. Из интересного. Не, скар я бы взял. Но интересует малыши. Могу... Это, слушайте. А есть у кого-то патроны? Разные патроны. Там для... Да, у меня много. Подкиньте немного. Вот 300 выкинул таких, 200 таких, 50 таких, 50 таких. Хватит. Бери. Из арбалета стреляет. Можно ракет. Ракетки можно еще дать, у меня гранатомет есть. Ракеты? На. Мы будем... О, близко, близко какой-то чел подошел. Василий. Василий Петрович.
Еще где-то у них друг должен быть. Да, я вижу его. По мосту бежал. Где? Да я этих убиваю. Минус на барыча. Надо подлутать, наверное, его, или мы не успеем? А где ты его убил? Да у них на 30 на мосту там. Вообще да, он стрелял из лука в меня, в ТФ. Это какие-то валерки были у них совсем. У его друзей было. Вообще ничего не было, если интересно. Ну вообще, я уже же не этот самый, не президентство для аналитики. Так, нам как бы, естественно, с тех времен все, осталась какая-то ваша власть, там, знакомство, да. Но вряд ли я смогу прям критически порешать что-то. Ну, это на самом деле не очень приятно. Там могут люди, короче, в доме сидеть сначала. Могут. Вижу дроп на 230. Далеко? Я его взял, нет, у нас. Довольно брони. Близко. Довольно близко. Там может малыши. А, строятся на 200, на 200, ну вот от меня. Ну, короче, вот на этой горе. Какую-то надо душить, надо душить. Это конкуренты наши прямые. Спасибо, Ярослав. Да, отличная лестница, кстати. Направо пошел человек один. Вон строится, теперь там. Еще один перебегает. Там очень мало не осталось. Пушим. Блин, как он живет-то. Дал ему. Все, они оба сдохли. Ай-яй-яй, отличная работа. Еще летит какая-то херня. На 160 летел. И на доме, на высоте. На крыше. Да, там, и внизу война идет там какая-то. Ладно, пускай перестреляются, я хз. Нам бы аэродроид забрать тогда. Так он тут рядом же, вон он валяется сзади. Давайте. Ловушек тут, пока. Кстати. На лесенке. Это я поставил, это моя. Окей. Типа чтобы, ну ты понял. Понял. Я за дропом. Видимо, никого нет. Так там 8 человек осталось. А, ты за этим дроп? Так вот тут еще один, лол. А, лол. Два дропа. Ну, тем лучше для нас. И мы еще и в круге. Все, это наше. Пацаны, это наше. Так, я иду. Малышей там нету? Есть только один большевик. Его взял. В принципе, готов поделиться. Го, построим сейчас китайскую стену. Так, челебос на 170 был. Андрюха. Я Андрюха, здесь. Это для тебя несу. Давай. Ты понимаешь, да, уже? Конечно. Ну, не броню уже, ты же понимаешь? Так, спасибо. Кирилл, ну... Я, если что, с двумя дробиками готов прям на лицо. Вон, они строятся, бегут. Слышишь? Там упал, по-моему, челебос сейчас сдохнет. Не? Не. Не, там не так высоко. Вон, бегут. Перебегает, ломайте это говно! Андрюх, запускаешь туда? Прыгай. Так. Прыгай. Блять! Сука, долго! А, я еще бинты оставил, есть аптека какая? Не всегда получается, к сожалению. Бинты я тоже где-то выкинул. Но я научусь, Кекс, я научусь, я обещаю. Наша команда будет с лаунчером играть. Там я поконтрольте их, я, короче, назад за бинтами. Я смотрю. Хотя там такие валеры, сейчас... Тяжело, сейчас чего? Есть. Сильным по... Он упал, ты, видимо, сломал ему ракеты последние. Видимо, да. Вон, чел бежит. Вот там... На 200. Да, да, ёб твою мать. Кекс, хочешь туда поехать? Да, вот только подними меня сначала. Тори. Короче, на плане А! Ярослав, иди сюда, они просто в открытую поднимают. На плане А, 145. Блять. Я просто ретард. Ну, я на самом деле, да, могу обстроиться. А откуда он тебе? Ну, а, он право забежал, тут один чел. И мне дал. Понял, тех зону жрет, короче. Он к нам подходит. Так, я хилюсь. Не ломай это. Не ломай, слушай, к нам тут подходят, по-моему, люди. Они на 190, три человека на 190, один прям очень близко под елкой, по-моему, сидит. Вот его убили сзади, вот эти челы. Уголок ломаешь? Ага.
Всего доброго. Тяжело равен. Равен. А где друзья его? На холме где-то на 200. На 190. Да, за зоны бегут. Ба! Кекс, едем, прыгай. Я даже танцевать не могу. Ну, короче, это реально нужно подздрочить немного, а так вот уже иногда получается, это норма. Да, да, было бы красиво, они там были за зоной, я бы их там как минимум отвлек бы надолго. Минберисер, спасибо больше за 4 месяца, смайли эйф. В ХФ, Хама 28, спасибо. Чуть-чуть выше запускать, чтобы я, типа, спрыгивал на них. А не ну да, 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 да. Да-да-да, чтобы ты еще их видел, это важно. Так, и что, мы получили квест этот, закончили? Да, есть квест. Теперь у меня обыщите сундуки на стихийной свалке. Обыщите сундуки на стихийной свалке. Сможем сделать? А где стихийная свалка? Вообще? Это вверху слева у ламы, но это дерьмо. Это супер дерьмо. Типа, бежать в круг далеко. Потом. Да, и очень дерьмовое место. Ладно, что-нибудь другое, это я потом сам сделаю. А где вообще? Так, дорогие друзья, пока 3-минутная рекламная пауза. Погнали сделаем все вместе сокровища. На акрах анархии. А, я знаю, где это сокровище, кстати. Оно тоже, кстати, у вот этой помойки около ламы. Подожди, что за сокровище? Что нужно? Надо по карте найти, типа, по карте на картах на акрах анархии найти сокровище. Сокровище вот здесь, вот я метку дал. Ну давай тогда сходим туда. Ну погнали, и свалку полтаем, и туда сходим тогда. Один раз. Нет. Не все игры бегать по 20 минут. Но летим очень неудачно, как бы. Блять, про Дред? Лох забыли. Дред, братишка. Так, а что он не заходит в Twitch Application, чтобы мы не забыли? Ну да, надо, чтобы он зашел. А когда мы все наберем 100 уровень, мы будем все на джунике? Да, 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 да. А то уже на самом деле Валерок на Джонни Вики встречаю, которые такие тоже типа, со свитками ходят, читают. Короче, у меня был квест один, это высадиться на точках. Я, наверное, сейчас на точке высажусь. И побегу. Кстати, немного вонючий квест, потому что тебе надо запоминать, куда ты высаживаешься, повторно не читается. Ну там всего 7, а точек штук 20, я видел. Да, я тоже так думал. Потом 5 раз падаю на разные точки и не засчитываю. Алло, я парни. Понял. Алло, здорово. Алло, здорово. Че, я и поверяю сейчас? Да. Да, так мы только стартанули. Слушайте, мы можем, может, сделаем квесты и ливну? Да, да. Только там надо не ливну, там надо разбиться. Будет. Разбиться? Да. Если ты ливаешь, то не засчитывают. Нет, я могу. В смысле? Сразу видно новенький. Это топовая тема. Как можно? Нет, эта игра без батл пасса ничего не стоит абсолютно. Подожди, а и что сокровище-то где она, Кирилл? Где это? А сокровище вот около меня где-то должно быть. Возможно, так, блин, в этом камне. Или я только иду, ребят. Ну вы там потом постройте, если что, это лестница прыжка веры. Так у тебя, Алоха, нету батл пасса? Есть, но я просто квесты не выполняю. А, ну хотя ну, бы видимо, есть. Он, видимо, он только начал играть эту игру, скорее всего. Алох, какой левел у тебя? Во, а? Во. Андрюх, иди сюда. 49-й левел боевого пропуска. 49 боевого, неплохо. Ну, одно. Короче, метку Андрея оставили, тут вперед. Че, нам можно умирать уже или че? Пошли воду спринт. Там просто друг друга бустить будем, если мы вчетвером с пропусками будем. Вот здесь, где вы на. Ага. Давай он висит. Бой. Ой, а че там такое? Пойдем посмотрим. О, кстати, на торе. То есть ты не спрыгивай! Андрюх, прыгай ко мне в коробку. Прыгаю к тебе в коробку. Вот, теперь, вот посмотри, смотри на берег, иди. Хи-хи-хи. Блин. Ладно, понял. Кекс, я на тебя упал еще. Лола, сочный выжил. Это сочный. Поднимешь? А я, кстати, удивлен, что тут можно, типа, тусить. Так, контент. Ну что нам дали? Ну-ка. Надо подружиться с Алохой. Да, дали левела, все отлично.
Да, как парни с вами подружиться? Я не знаю, надо запросы в друзья, что там, как там состояние. Скажите ник, я добавлю, какого никакого добавить. Dreads TV GG. Dreads TV GG добавить. Кинул заявку. Открыть. Я Синлаук, ЮВ 1-2-3. Да, да. Очень сложно, секунду. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Так. Есть только отправить сообщение, удалить друга и заблокировать. Не очень много опций. Ты, наверное, этот не лидер группы, скорее всего. Я не лидер группы. Кеха Сека лидер группы. Ладно, давайте я просто вас всех, это самое, поинвайчу. Я тебя с ним заново кинуть просто. Да, я всех заинвайчу сам. Блин, присоединиться Кеки, нет, не то. Заново. Извините, ребят, очень сложно, очень сложно. Блять, что делается? А если Алоха тебя добавил, он сам может зайти, по идее, уже. Не, я не мог зайти, я пытался, ребят, у меня не получилось. Я все сделаю, у меня все получится. У меня все получится. Так, и кого еще не хватает? У нас идеально! Теперь... Боже мой! Просто кликал на все возможные кнопки. Главное делать это быстро. Ебай, а я первый раз скин вижу какой-то, какой Несса. Ну так. Я где-то купил. Че такое? Ну, мне кексовский больше нравится. Медведь розовый. Он сейчас игру удалит. Да, было близко. Да, да, да. Реально, да, было близко. Я чел бы не постоянно играл, у него тоже розовый медведь. Он потный пиздец. А все розовые медведи потные, наш тоже потный пиздец. Ну да, да. Я себе хотел этот скин такого демона с крыльями, но он был только там на День Валентина, что-то типа того, я не Не, она появляется изредка, я так понимаю. Там типа у них в магазине каждый день чекают, просто у них каждый день разные скины. Да я чекаю, вот нет, он не могут поймать. Но медведя тоже не было давно. Но за сотый уровень компендиума там прикольный, по-моему, скин. Так понял, еще его не так просто сделать. То есть, если ты в этом скине, то ты реально хорош. Там либо куда вылетаете, парни? Ты куда угодно, можно лететь. У нас очень большой пул. Ну могу подожди сюда задать, если его не против. Так, подожди, куда? Я там профи. Так это ж какая-то беспонтовая вроде. Не, го лучше... Го торговую, торговую. Окей, парни, давайте. Ваша пати, ваши правила. Не, просто понимаешь, мы агрессивные игроки. И вот это вот далеко отлетать не любим. Лучше в центре где-нибудь там постреляться, вот это вот. Там на самом деле... Очень много сундуков, прям очень много. Это ну, типа считается, насколько знаем, бывает, типа, точка. Наши вот сундуки это игроки. Понял. Ну сейчас посмотрим, парни. Но я в такой точке не самый опытный игрок, но попробую. Ходячие сундуки у нас. Иногда мы сундуки. Иногда, да. Ну, ПВП направленный пак. Часто выигрываете или так? Часто, часто. Ну мы, кстати, сегодня без разогрева уже сразу тащим. Обычно у нас часа 4 уходит там поиграть. Андрей, я в том доме на первом этаже. Хорошо. А кто-то был с нами, что я не поглядел? Был, был. Один сквад точно. Алоху душат. Нет, Алоху душат. Я убил, на вон один был почему-то. Ну, все, да. Сразу. Не знаю, просто сразу. В этом доме, где я, кто-то ходит вроде. Я вышел из него, потому что я думал, что... Не-не-не-не, уже вот в центре, который дом. Давай задушим тогда кого-то. Или тебе показалось? Может, показалось. Но ладно. Это кажется, это не кажется. Если что, зови, просто тоже лутаться надо. Окей. Короче, аккуратнее. По-моему, на домах, которые вот первые, вот там Алоха, а остальные два дома, по-моему, в них люди. Аффирматив. Но в дома лезть не хочется. Я их трахал, ты дома. Да? Да. Ой, да, парень. Вижу людей. Меня тут... Около меня трое. Короче, парни, блин, меня забейте, я зафидел. Так, Кека, живите. Я жив, я жив. Там Алоха мертв. А, все он. Это... Вот здесь дома трое, одно 10 хп. Я видел кого-то, но не понял. А, ну они в доме. И
Еще один 10 хп где-то должен быть. Еще его. Непонятно, он может быть... Малыш там есть. Это он ставит ловушки? Нет, не будет. Нет, вроде. Во, бежит челебос. Что он делал? Где, где, где? Вверху? У меня здесь вверху. Четко. О, из него аптека выпала. Да, аптеку забирайте, если хотите. У меня патрончиков вообще нету. У меня есть на аптеку патроны. Надо? Нет, на АР-ку надо? АР-ку надо. На, забирай. Скинул. А, ладно, я тебе сейчас скину. А, рядом со мной, лол, чел, слышу этот, походу. Еще. Понял, они в каком-то подвале сидели, походу. Скину половину патронов. Скину половину патронов. Тот... Взял. Мне кажется, они вот под этой лестницей. Ну откуда они вообще взялись? Я просто вышел из дома, в меня кто-то стреляет. Сочник, враги. На малыша еще возьми. Да, спасибо. Так, еще мы залупались, получается. Ну видишь, алох, видишь, ну кто? Кто сундуки тут? Ну. Так у меня проблемы возникли. Я вот сундук слышал и не мог его найти, а пока искал, получил пизды. Время разламывания. Это же за. Локация новая для меня просто. Не, понятно, понятно. Позиция не изучена. Вообще, предлагаю в это, предлагаю в акры летать или в поля погибели. Там просто проще хелпать тут в этих домах. Такое. Там я был пару раз. Там валюта не очень много. Пока точно. Да, там мало. Ну, на один сквад там, как правило, хватает. Если два сквада, там может быть проблемой. О. Так, у меня еще приколюха есть, сачок. Ну пока вроде не нужен. Я малыш. Да? Ярик. Давай. Угу. Классный у тебя дробовик, слушай. Да, хороший. Тестил. Проверял. Так, еще малыши. Так, я выкинул бинтов много. Так. Тут залупано уже, походу. Люди прям наверху, надо мной. Одному надавал очень больно. Ой-ой, тут много прям. Все, они взяли. Вы жесткие парни, тупо без... Тебе пиздец. Мне кто-то всадил на 100 хп, с чего я так и не понял. А, слышишь, подожди, у меня есть для тебя приколюха, Ярик. Смотри, во-первых, какая? Вот эта штука. Блять, это два малыша, интересует? Ну вообще, да, прикольная тема. На, забирай все тогда. Не, МК есть. Блин, я вот не знаю, брать МКу. Надо брать МКу по-хорошему. Как без МКи? Гранатомет есть. Не, гранатомет это не мое, а вот МКочка. Тут ресурсов нет вообще. О, гранатомёт. Я возьму. Это говно. Пакет что-то... Опа! Что там насчет ресурсов, да. Парня? Ты ламу нашел? Лама? Я нашел ламу. Мокчамп! Да, ракета, если есть. Лутай я. Давайте, я впитываю сзади. Давай, давай, давай. Открывай рот, открывай. Два бутылька. Один выкинул. Ну, прибухните. Дайте ракет. Ресиков дайте. А, ресиков сейчас дам. Да, вот возьмите железо, все. И малышей забрали, и... На, можно парочку малышей хотя бы? Один, ну достаточно. А там мало. Ракеты! Ракеты держи. Склад придушим, пойдем, у меня нет. Ой, бать, ракет. Да. Склад придушим, а чё нет?
Алохе настолько не понравилось с нами играть. Пишет, что минус 3 у Алохи, у него, видимо, интернеты пропали. Ну, это типа он так слился. Ну да, да, да. Вернется, наверное. Так, я вернулся. Здорово. Челебосины на 250. Да-да-да-да-да-да. Но они вне круга, не знаю, есть ли смысл к ним бежать. А, нет, там перестрелка, там перестрелка. Пойдем, пойдем, пойдем. Надо участвовать. О! Блин, нормально. Они нас заметили, могу это декларировать, потому что мне кто-то зарядил. Вообще, я не думаю, что есть смысл особо перестреливаться с ними. Вообще, они не в круге даже, да. Я не хочу с ними перестреливаться, особо с этой эмки сраной. А, ну у нас времени очень много еще. Нам либо пушить надо, либо уходить. Не, я хочу уходить, честно говоря. Они там со снайперками сидят. Да, у меня нету снайперки, у меня какая-то эмка. С эмки стрелять невозможно, я пошел в круг, парни, без обид. Я поддерживаю это начинание. У меня сейчас просто уже брони нет. Я наступил на патрон. Я так понял, Андрей, ты тоже наступил, да? Я наступил на патрон, да. Ну типа, не знаю, эмка на лонг-ринже, по-моему, вообще просто не стреляет. Там разброс, вот посмотрите, как все летит. Но не, он космический. Это огромный, невозможно. Да, МК и это. Пусить надо, пусить. Да, да, да. О, айдроп, близко, дроп. Близко. Пойдем на дрочь. Просто пушить вне круга, хз. Ну, времени да нет, много. Всяких минут. Уродов в башне со снайперками пушить что-то тошнит. Да, 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 да. Ты, во-первых, на подходе только тратишь ресурсов миллион. Потом еще подстроиться нужно, что-то сделать. Еще миллион ресурсов. Потом тебе не хватает их, ты. Весь умираешь там, калечишься, царапаешься. Что? Обленились что-то совсем, а ну... Да не, ну можно было, Кирилл. Сказал бы душем, побежали бы. Не-не, я не против. Минус морали вот это, когда ты бежишь, уже по дороге, уже о, брони дрободанчик. Нет, пока бежал. Ну они, кстати говоря, за нами ж по-любому. Ну можем встречать. О, слышите? Или тоже? Я хочу как-то динамитом нет, попробовать. Встретить можно, встретить. Динамит самое говно, хуже миниган, наверное. Теперь понять бы, где встретить. О, это большевик, что ли? Погодите. Просто большевик лежит. Хм. Я хочу заминировать какую-то точку, где враг в теории будет... О, 8 динамитов. Слева, идеально. Слева, на юго-западе, на юго-западе они. Ага. Это ящики. Ящик падает, подходишь, минируешь, что и убегаешь оттуда. Люди вы поняли, да, где? Где-то на юго-западе, возможно, на горах, на 210. Но вас, скорее всего, уже прошли, Кирилл. Вот там, где ты, должны быть люди. Да, передо мной. Прямо на мне. Ага. Андрей, снимаешь издалека? Снимаю. Бля, один человек где-то справа, вот перещи его. Съемка. Забит, ребят. Без меня. Одному дал. А один еще сзади, Андрей, где-то. Вот куда он делся? Надо подпушить этих, они разделились. А. Вверх. Так, тут тяжелая ситуация. Я промахнулся. Акела промахнулся. Хорош. Короче, ласт, по идее, где-то сбудется, откуда мы прибежали. Видимо, он где-то там. Или это не ласт? Вон он сверху. Андрюха! Крепко. Я, кстати, дроп вижу на 200, на 300. Поднимайся, Ярослав. Я расч... Да. Блин, ну динамит не заяц. Надо было, кстати... Так, это по нашей душе, да? Да, это по нашей душе. Но вроде они не попадают. Возможно, они не знают, что мы именно здесь, они ломают все вокруг. Да, они, походу, не в курсе. Он где-то здесь. Блин, они слышат. Андрей, построил дом и меня не пустил. Блять.
у меня не успел застроиться. Он запрыгнул ко мне. Ну да, блядь. Блин, вот я не люблю такие драки, очень не люблю, потому что не получается быстро построиться вверх. Ты начинаешь вокруг себя строить, одну стенку как-то вдалеке поставил, типа вверх не проходишь дальше и так далее. В общем, ну тут нужен, тут нужен опыт, да. Так, все понятно. Я подвел его. Все в порядке, Кирилл. Кто-то должен играть на MLG. Не, ну там уж больно высоко было. У них сзади, короче, я думал, закрыто, и я типа в стенку поставлю. А у них сзади ни хера не было, я просто пролетел далеко. А вы закончили, да? Archhex, точнее, спасибо большое за подписку. Енот Потаскун, тебе тоже за 10 лет, спасибо большое. Добро пожаловать. Ходи. Я комп решил ребутнуть. Я готов. Так, испытание, что там есть? А, ну, стихийная свалка, но это мы не будем. Бывайте врагов у колких ключей. Может, туда? Где это вообще, блин? А, это в центре карты, самая маленькая херня, да, какая-то? Не. Может, ну... Мы туда вот заходим. А, да, в общем, я понял, где. Короче, справа от башен падающих, чуть ниже. Ну типа, да, складов. Да, это там непонятная какая-то локация, где хер знает, что происходит. Ниже шахтных шахт? Не, мы можем полететь в поля. Если победим, потом включить, а вся кто-то будет, и можем вот так вот, типа. Ну... А, вот, вижу, кол ключ. Ну, в принципе-то можно, конечно. А может, сразу включи? Там квестики, квестики, ребят, квестики. А что надо сделать? Убить что кого-то? Делать? Убить, убить. Непонятно. Ну, полетели, ладно. Давайте, да. А какой квест там, Андрей? Убить людей. Видимо, убить кого-то, видимо. Давай. Надо лететь. Жрать уже охота. Так, я в дальний левый красный дом двухэтажный. У меня, наверное, в ближний левый большой такой. Я в самый передний правый домик. Туда же куда лох, походу. Опа, ну я тогда в дальний полечу, а ты в этот. Ну, нормально. Тут никого нет, да. Ребят, еще раз пискнет, и я его заткну. Нет, тут реально, по-моему, никого нет. Кого тогда супер фаст и на склады пойдем придушим? Давайте. Там просто Валерки. За пустоту не отвечаю. Ну ты проси помощи там, мы его можем вместе сломать прям. Сломать домик. Чтобы все найти. Блин, у меня есть два дигла. У меня два дробаша. О, а это не знак? Это не знак? Где? Это, блин, не знак. Но тут квест еще есть, не танцевать, знаки. А, я, кстати, знаю, я их сделал все. Да? Вот. У меня три. Это, всего. Нет, это не знак. Нет. Вы типа за скинов выполняете или зачем его еще делать? Там сложно было, сказать, но это там весело. Там. Типа, ты знаешь, ну просто это весело. Мне нравится делать эти сраные квесты. О, мелкие есть. У меня там тоже малыши есть. Я бы взял у вас, парень, 25, если есть. Я поделюсь. Че, идем на склады уже? А, вот завод же рядом есть. Сначала завод тогда, может. Держи. Кекс, малыши нужны? Конечно. Вываливаю. Богато, богато у вас тут что-то. Та-да. Че, я по идее готов уйти драться. Так, мы на, мы на склады, да? Ну если что, с полей погибели, еще челики будут. Тут по дороге еще какая-то локация. По дороге есть, заводик, завод. Раз. Понюхаем и пойдем. Передай Кексу, если он еще раз что-то скажет про многоуважаемого Валерку, я задушу его провайдера. Ага. Брат не верил. Меняем имя Валерки на Василий. Ну, Василий не произнесешь как Валерка, ты же понимаешь. Вообще да. А Васька не подходит? Я просто интересуюсь, не эксперт.
Блин, раньше играл без звука в эту игру. С тихим очень звуком, с музыкой. Ни хрена не было понятно. Сейчас просто каждый сундук мой. А, бегут, бегут люди со стороны складов. Я издигал, блять. Мне немного дал в рот. Я душить пошел. Я сейчас тоже пойду. Сдигал дерьмо. Со снайперкой какой-то там. Блин, что там за снайпер справа, а? Он бурстами мне два раза уже попал. Так, рашите там? Жёстко, я. А хорош, есть что помазаться? Вы взяли их, да? У меня аптечка есть. Два малыша могу я дать. Есть аптечка тоже. Я тоже скинул. Ящик где-то сзади, где мы были. Не, мне столько аптек не надо. Так, спасибо. Держите два малыша. Да. Мне нужна аптека, да. Жизнь, а есть на аэрку патронов немного? Вообще очень мало. А можно мне на снайперку патронов штук 10 хотя бы? Снайперку. О, могу выделить, у меня я тут нашел, смотри. У меня просто ноль. Да вот тут валяется, там дохера. Спасибо. Аирдроп, короче, идем за аирдрочем? Сейчас скажу, где он. Чуть-чуть дальше колких. Ну просто эти челы все равно склон. На мне, за мной, ребят, на 200. Вот постараюсь метки. Блин, да, там это, там с полей сейчас будут. Как строить? Так, тут сундук есть. И спали. Андрюх, там. Парни. Решил эту задачу? У меня, да. Все отлично. Хорош. Ты лестницы в воздухе можешь разворачивать, если что, кстати. Я вроде развернул нормально. Довольно удобно. А, вы назад решили уже, да? Ага, вижу его, но там должны быть какие-то люди. А, там знаете, что есть? Чё, лама? А знаете, что там есть? Нет, грузовичок. А, о. Но нас четверо, кстати, так-то. Да, если Алох интересно, зачем мы делаем квесты, то это ему вообще понравится очень сильно. Я, парни, нихуя не понимаю, но грузовичок это круто, наверное. Тебе понравится грузовичок. Да, очень понравится. По Восу, Восу же играешь наверняка? Играл, сейчас не играю. Вот, я, короче, тебе больше понравится. Потому что развлечение. А сколько раз нам раздались? Ну, это 800. Сейчас узнаешь. Какие 800? Только у него ХП. 1000 минимум. Ну, вообще, да. У него? 100 тысяч. У него много жизней. Я вас понял. Снизу, на ЮВ. Да, вижу. Я до ящика добегаю. Да суки, попали. Бля, плотно они. Парни, я сейчас с другой позиции буду им давать. Пулемет и бинты, и ребятка. По-моему, еще с какой-то горы справа, что ли? Или показалось, Кирилл? Так, да, вижу, да, я в туза ему иду. Прямо под нами, чел. Да, под вами за камнем. Отстреливайтесь, я сзади буду их душить. Я вообще не могу попасть. Я там надавал Валерке одному. А, блин, одного нельзя ног... Валерку, сори. А под нами на 200, еще под нами там тоже есть. Короче, вдалеке там очень битый челик. Я ему всю броню выбил. Под нами прям нокнутый, короче, со стороны да, полей. Блядь. Пойдем, может быть, спустим. Вот, коцанный, по нему стреляю. У него 20 хп, нокнуло тоже. Два нокнутых. Сзади уже подобрались это. Тут взрывается. Нокнул, в голову ему сразу дал с снайпой. Малыши лежат. Так, тут есть хилка, Кирилл, снизу. Блин, тут у меня кто-то гранатомёт, это не у вас гранатомёт? Короче, хилку лучше возьмите, наверное. Я взял, у меня нет слотов. Блин, я совсем не понимаю, как стрелять с этого самого... Кирилл, спустишься вниз? Иду. Тут есть хилка и малыши от тебя. Да. Слушай, я еще кого-то убивал. Ебать. Ты что, около меня стреляют. Возможно, по мне.
Бля, да. Нет, по мне дают. Правда. А, вон он, вижу его на Ю. На Ю дал перебегает. Дал ему, у него 10 хп у того еще чувака. Еще тут мальчик один. Армор снял чел на Ю и покоцал. О, мне бюрстом зарядили очень жестко. Нужна подкрепа, ребят. Бюрстом вообще с конюшки. Одному дал. Кирилл, придешь ко мне? Да. Хотя... Там, Льви, у вас в коробке чел 10 хп. Бля, мне с конюшни это... Калаша напихали. Это сверху по нам стреляет пулеметчик какой-то, слышите? Ебанёшь. А, да, вижу. Шесть, который я не взял. Да почему не попадаю? Какой же хуёвый. Нет, 333 по нашим... Бля, это ресурсов нет, это справа бегает, челебосс. О, есть реса немного, хилка, лох? Да я знаю, что есть хилка. Ресурсы. А, ресурсы, сейчас дам, еще выкину. Этот, бежит наверх. Я выкину. Благодарю. Блин, давай. Надо, если не буду, оставлю. Надо ему основание сломать. Убил наверху. Меня ног ушел за елкой нас. Одному дал. Ах, пидор добивает. Я бегу, Андрей. Андрюха, так, отступай я... немного. Да я им в рот лучше дам, зачем уступать. Правильная позиция. Уронил одного, к тебе бежал. Я в спину сейчас зайду. Так, давайте, ну я пока еще держусь тут. Нокнул одного. Андрюха, я... Очень классный. Брони нет, хп 20. Блять, я не попал, мне дал. Ну я покажу. Кирилл, надо его добивать. Убил. Так, я живу, надо будет хилиться. Мне хилки так нужны будут, у меня нет ни одной. Вот хилка и костер. И бинты, наверное, тоже где-то есть. Я пошел искать лут. А, собственно, это и был весь лут. Блин, тут очень много людей. Это два сквада были разных или три сквада, может даже. Три в итоге. Там один сзади подбежал, двоих убил. Так, ладно, у меня есть один малыш. Кирилл, будешь малыша? А, да. Моего малыша хочешь? Держи. Хочешь, я тебе на MLG, так сказать? Да, у меня 5 штук уже. А то у меня все время с ними какая-то кривость происходит, на самом деле. Аирдроп вижу. Так, чё, вы типа... Блин, ну я бы ради себя бахнул костер, у меня всё-таки 35 хп не хватает. Можно. Могу бинты тебя всунуть? Будет нет, 25. Если костер бахнул, ну... Не, у какой он? Да бахни. Костер было бы неплохо, кстати. Костер, кострище, костревичес. Ты просто любишь костер, тебе это не нужно. А, да, действительно. Андрей любит у костра. Ребят, а есть немного патронов на снайперку и малыши? У меня есть. Малышей патроны. Нет, патроны есть. Ну вот в дропе может будет, что пойдем. Андрей, я выкидываю патрон на снайперку, 30 ага. штук. На сабантуй подойди. Спасибо. Так, ну нам нужна ракетница, ребят, малыши. И все, наш катка. Еще у меня ресурсов не очень много. Если там находили ламу или у вас по 900... Ты нормально напомнил, у меня знаешь сколько? 39-50, я пошел. Ну, я к дропу Ярику больше бежать. Я не пойду к дропу, в соло я посмотрю пока с стороны. Ну я иду. Ну типа, если там хоть один человек, я не смогу даже лесенку построить. Как да. Ну там никого нет, но я не хочу идти, мне кажется, я могу попасться в ловушку. Блин, ну ты еще его подстрелил, типа, его все теперь видят. Ну, он очень далеко был. Я, кстати, ладно. Иду уже, Ярик, поближе. Вон тут что-то строится. Челебосс на 350. Где? Башню делает. Железную тупо? Да. О, да. В натуре близко довольно-таки. Там война, кстати говоря, по-моему. Нет, это я по ним выстрелил. Да. Так, я буду аирдроп забирать. Никого нет. Давай, плюс. Я на гору залезу, которая рядом. Есть, челик. Бегу к тебе. Близко или что?
Ну так, нормально. А где он? А, вижу. Он сверху сидит в этой. Ломать бы её. Я засел, у меня прям вообще 0 хп. Есть хилки? А, тут еще чувак рядом. Очень плотный. Ай, бля, Андрей очень битый. Он. Ну не, ладно, не Бля. Блять, эти все постройки, ну я не знаю, я пока еще мне не получается это все быстро делать, и это меня раздражает очень сильно. Ну, да. Я там начинаю строить, вот опять же, я начинаю строить, хочу делать лестницу в два ряда. Что у меня получается? Одна идет вверх, вторая вот эта вот на клетку ниже справа. Получается, уже ты ничего не строишь, пытаешься что-то, а чел уже над тобой просто дает тебе в рот. А там надо, Андрюх, короче, типа, чтобы получилось, надо поставить лестницу и по центру бежать, типа. То есть, если ты ставишь, и ты не по центру, у тебя всегда на криво будет ставиться. Я понял. Ну, жаль. Очень жаль. Очень жаль. Черный космонавт дал нам в рот. У него друг был еще без скина, валерный какой-то бегал что-то. Но черный космонавт был слишком силен. А, сори, ребят, я не успел тут просто. Да, можно черный было космонавт. Подождать. На самом деле. Ну, у меня было 30 ресурсов. Я понимаю. Я пытался еще издалека им сломать, но у них что-то слишком... Да, парни, я уверен вот в чем. В этой игре... Ждать друг друга можно уже на месте, типа, ты просто немного сейвове играешь, то есть там застраиваешься туда-сюда, но информация, это важно, реально, быть разведчиком — это хорошая штука. То есть я пошел вперед, Ярик чуть выше смотрит, Кекс еще там, если что, может с фланга обойти сзади. В общем, это прикольная штука, мне кажется. Вот это, тут оружие очень сильно решает. У меня был бы у меня какой-нибудь скар, я бы напихал там чуваку сверху, а у меня была эта супер пушка с прицелом, знаешь? А, это, которая вот это по 10 стреляет? Ну, по 23, ну, то есть, как бы, Да. Вот надо 10 раз попасть, чтобы человек умер. Да. Примерно. БРБ. Он в вышке сидит, если что, вон он посмотрел, типа, и вернулся. Опа. Вот это сюрприз. Что он тебе позволяет, Кирилл, блядь? Ой, вот. А вот друг прилетит. Ну, у него друг типа Валерка. А, извините. Его друг... новичок. То есть он не был золотой скар. Золотой скар он тебе принес, в принципе. Так. Вот и ищи теперь его. А вот он. Внизу там где-то лазит. Бам. Ух ты ж. Я думал, меня не видно. Ну, а чел без скина с 6 фрагами. Что это такое? Смотрите, он строит вроде быстро. Задрот. Задрот. Статистика матча. Урон игрокам 208. У меня все. На этом мои полномочия все. Больше меня, кажется. Кек. Не говори так. Так, да. Что, Андрей, мы твой квест выполнили? А, не выполнили там. Не будет. Сейчас, подожди, испытания. Там никогда не будет никого. Врага каких ключей, блин, ну вот и поэтому и написано, что трудно. Нужно еще одного убить. Еще нужно купить себе чайник, который будет. Ну вы поняли. Это реально для меня самая большая проблема этой игры, когда ставится чайник, просто начинаешь играть в Fortnite, и он постоянно байтит тем, за что ты встал и выключил его, потому что он начинает нагревать воду снова и снова, снова и снова. Андрей, он делает не тихо, элегантно, а громко. Что? Лайфхак есть. Там есть кнопка, ну по-любому она есть на чайнике, выключить эту штуку подогрева постоянного, и он не будет подогревать. Да нет. Там, я уверен, что нет этой кнопки. Не, я посмотрю, конечно, я посмотрю. Да нет, да, Андрей, ладно, давай после Акров Анархии посмотрю. Скорее всего, нет.
Мне кажется, или это эпопея уже месяц? Ну да. Возможно, возможно. Война с чайником. Купи себе, купи сюда, сделай себе подарок приятный. Ты любишь чай? Я люблю чай. Какой-нибудь чайник, который светится там по айфону или что там, телефон, можно цвет регулировать. Ну да, порядку, да, 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 да. Нажал, вскипятил, нажал, там, привет, там, передал. Желательно, чтобы он еще и стримить мог. С нами есть сквад. Я на конюшне. Да. Скина нету, ребят. Я на красный. Ну давайте вот в этот, в эту часть. Так на красный тоже летит один хер. Вон внутрь прям залетел, Кирилл. У меня драка с черепосом без скина. Где он? Я не знаю, где он, у меня нет оружия пока что. Убил он. Красиво. У него что-то было, да? Да, у него что-то было. Андрюх, он взял что-то, да? Он взял что-то, да. Я без оружия. Он не попадает. Он не попадает. Тут его друг еще тоже, у него дробаш, по-моему. Где? Андрюх, выпал. На той стороне. Да. А нет, давайте я буду резать, у меня оружия все равно нет. Давай. Бил. А вот и друг. Помп. А, тут два друга. Есть что-то пострелять лишнее у кого-то? Помп. Сейчас золотаемся, тут нихера не успели заплатить. Вы вот с этих вот кончили? Да, мы вас без этого. Блять, да пожалуйста! Убил. Парни, надо еще раз поднять. Без обид. Делаем. Там еще чел, еще чел, справа на С. За сеном. Не, сочник, это я не тебе. Я понял. У него лоу, у этого лоу. Хорош, сзади еще лоу. Еще нокнутый. Блядь, патроны кончились. Помоги, Кек, подними, пожалуйста. Блин, там вон прям сзади прям чел. Сзади, с говна бежит. Можно этого добить, чтобы взять с него что-нибудь? Да, я согласен. Убил, а последний остался. Ребят, на конюшне, скорее всего, последний. Андрюху там плохо ему. Я подниму, Андрей. Да, у меня еще нормально. У меня патронов нет просто вообще. Я помогаю. Там еще с той стороны. Все, все убиты. 7 киллов, найс старт. Да, акроанархии. Анархия. А, блин, нам же нужно было в другое место ехать. Сука, колкие ключи. Но мы же потом пойдем в колкие ключи, правильно? Да, конечно. Отлично. Да, конечно, Андрюх. Так. Тут вообще нихера не залутано, еще. Если что, мне кажется. Нихера не золото, но и нихера нет при этом, как бы, такой парадокс. Акры анархия. Акры. У меня есть джампад, точно ничего нет. Чё-то калаш меня порадовал в этот раунд. Калаш джембовый, если он синий сыграл. Ну, он серый был, ну. Андрюх, иди ко мне, я тебе подарю кое-что. Секунду. Тебе будет приятно. Хочешь сделать что-то? Да, я хочу. Приятно, чтобы было. Слушай, а есть хотя бы бинты у кого-то? Иди ко мне, я тебе сделаю приятно, а потом ты бинты пойдешь искать, это важно. Подожди. Мне становится не очень интересно. C4 нашел. Это же большие яйца, Кирилл, спасибо большое. Пожалуйста, не подавись. Кстати, алох, если ты не в курсе вдруг, то обозначение, соответственно, большевики, меньшевики. Да я уже, ну я понял, в принципе. И большие яйца. Большие яйца, это, соответственно, большая штука. Да. Раньше называли, чтобы все поняли, большие яйца Бенедикт. Фу ты, блин. Яйца Бенедикт, но как переросло в большие яйца. Ну да, сокращение, знаешь, со временем, понятно, чтобы было удобнее коммуникейтить, так сказать. Правильно. Так, ну, нихера нет, по большому счету. Че, куда пойдем? Типа на победку можем зайти вот сюда и потом побежать куда-то еще. Это вы себя активными называете, это вы стратегией, блядь. Четвертый, сука, раз он подогревает. Не, я не встану. Все, у нас с ним это самое, борьба с чайником. Так помидорку задушим, на помидорке всегда народ много. Алло. Пойдем. А у кого-то есть? Ли, кстати, вот в помидорке около нее два символа, где танцевать нельзя. Отлично, надо потанцевать там. Да.
Слушайте, а еще вопросик встает. А оружия случайно никакого нету пострелять? Интересного. Я могу вот это тебе дать. Что там? О, давай, конечно. Честно сказать, Андрей, нет. Спасибо большое, дай бог здоровья. Честно, тоже нет. То у меня МПшечка, револьвер, и вот теперь дробаш хотя бы есть. Хорошо, вот. Не, ну с револьвера я даю, если что. Помидорка. Так, помидорка, смотрим, что здесь. Вроде дом чист. А, нет, показалось. Так, ну залутано вроде добросовестно. Да, Андрей из полиции лута? Да. Да, хорошо, сундучки все залутаны. Ну, мебель, конечно, только можно было поломать еще, но... На любителя уже, конечно... Да, ни хера тут нет помидорки. О, какая-то война была, и что-то валяется. Забирай. Так, кстати, да, действительно. Так. Это больше, чем мы принесли из закров. Скорее всего. Кстати, сочный, у меня есть для тебя что-то. Что именно? Оу. Оу, yeah. Большое спасибо. Да, большое нет. Так, ну и для себя любимого арбалета возьмем, поиграемся. Что, не видно никого, блядь? Да. Так, ну-ка я по фрагам. 0-7-1-0. Стандартно. Гранатки. Так, аирдроп. А где он? О, совсем рядом. О, он на нас падает. Го сбивать? Война. У меня 30 тысяч патронов для калаша, я поддержусь. Мне отдайте патрончики. Смотрите, просто упадет, типа? Упадет, да. Найс, упал. Если вдруг где он? Есть будут Бля. Патроны, парни, там, то... Найс, патронов тут ни хера нет. Миниган от кому-то? Не, вообще ничего, миниган странный. Ну ладно, у меня все равно есть арбалет, я буду с него душить, если что. Так, это что у нас, патроны на дробаш, да, понятненько. Короче, ничего нету, да? Прикольно, миниган. Кстати, где круг? Надо бы, наверное, слушай, с другой стороны, сколько у минигана ДПС? 200... У минигана всего 204 ДПС? Боже, так это ж худшее оружие в игре. Похоже на правду. У золотого минигана 200 ДПС. У обычного серого пистолета-пулемета там под 220, по-моему. Миниганам хорошо эти ломать, постройки типа. Ну, даже вообще нет. Да, зажимать им в постройке неплохо, реально. Слушайте, это, кстати, наводит на мысль. А что если взять разочек несколько миниганов, соответственно, и когда кто-то начинает это вот билдиться, ты просто зажимаешь, просто бреешь. Правда, это нужно миллион патронов на пистолет. Где их взять? Непонятно. Кстати, еще одна из позиций по кругу у нас. Нам понятно, да, да. Так двигаться. По-любому кого-нибудь встретим по дороге. Блин, у нас лут из жопы. Все из жопы. Это правда. Агранархи. Не, ну хотя бы 100-100 есть. Пойдемте на колки и ключи, я метку поставил. Хотя там убить кого-то надо, да? Да. Пойдем. Сейчас, кстати, 6-й раз будет уже завариваться чай. Точнее, закипать. Кирилл, а ты там отстаешь? Да я немного записался тут на... и в стенку уперся. Бегу.
Опа. А, упал просто. Так, еще airdrop. Где-то где? Был. По-моему, на 260 по звукам. Не видно. Да, нас уже круг начинает подъедать. Я не вроде... Главное, чтобы в колких ключах был один человек, АФК, стоял. Кирилл, хочешь джамп-пад поставлю, будем прыгать? Вот чел бегает на 220 в постройках этих чел. В этих постройках? А, да-да-да, там война, да, там да, война да, идет да, на ЮЗе. Там куча людей. А, они там лутают что-то или что они там делают? Да-да, лутают, лутают. Не, у них там драка, а, это вы воюете, файл. Файл. Они хоть в круге? По-моему, нет. Не, он наебашили щиток. Опа, там Тимперок сидит, стреляет. Прям на самом верху, что ли? Не-не-не, пониже, пониже. Намного ниже, чем на самом верху. Надо до круга добраться, ребята. Я считаю. Ты где, блядь, дружочек? Так быстро. По-моему, сейчас с другой стороны кто-то стреляет. А, да, с другой стороны целый сквад. Ёб твое. Парни, на ракете хотите покататься моей? У меня ББ нету, если мне дадут дробовик какой-нибудь, я покатаюсь на ракете. А, вон, нашел. Еще с радостью бы взял в дар ракеты. И малышей. Вы... Вот тут вот люди, они перебегают в зону. Я бы, парня, у вас хила спиздил. Есть у кого-то? Не, хила нет. Нам, нам костер. Ну... Кекс, хочешь поехать? Я с тобой. Где нет? На крышу уже они? Да, ой-ой-ой, вижу. Это жесткий вообще. Да, Андрюха, ты можешь меня закинуть туда? Сейчас, подожди, ну, подожди. Ты где? Не вижу тебя. Я нет. Я сзади. Мне сейчас стрелять все раза, могу только пойти. Блять, закидывают. Кекс. Че, Андрюх? Подожди, подожди. Надо правее, на правее, 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 правее. Вот на место лохи встань. Прыгай. Блять, нет, так не получится. Короче, слишком далеко не получится, забей. Вы не хотите подпушить? Хотим, но надо, у меня... Надо, надо. По аптеке. Я хилюсь и иду пушить. Я хилюсь и иду. Я тоже. Я... Меня, парень, можно я застроить меня? Я понял. Что-то тут не получается нихера, походу. Там гранаты мы зачем? Да тут диспозишн жесткий, нам просто надо отойти было по-хорошему. Я думаю, нам сейчас нужно отходить уже. Несмотря на жертвы. Всегда но... первый дохл, парни. Ярик где-то у них за спиной. Ой, Андрюха, да, они нас пушат. Блять, да, а можно как-то пушат наверх? Спасибо, игра. Я одного нокнул, двоим напишал сильно. Мы... Да, блин. Команда. Конечно, я постарался там в один момент. Вас понял же сложенный коллектив, если вы, блядь, тройничком ребёте все. А у меня два, у меня два, у меня два, без обид. Мы опять потеряли лоху, это обидно. Слушайте, давайте залезем куда-нибудь повыше, я поставлю этот джампад. Можно. Чё по малышам, кстати? Нет, малышей. Ярик, уже достаточно? Мне страшно становится. Понял. Хотя, да, Кекс, я могу дать тебе два дробовика, и ты будешь этот, летать на ракете, и... Ну, ты понял. Ну, можно, но у меня есть два дроп, дробовика. Видишь, да. Кирилл, я дроп, могу за фиолетовый. Да-да-да, полетели на него. Пока, Ярик. Блять, я упал, но я подстроил. Андрюх, давай это, давай я... Сейчас, давай, вернусь. Давай, вот это дам. Куда ты хочешь? А, так, держи. А где дроп? Два нужны, а, или чё? На два. Ну, я могу тут. На, забирай, забирай, забирай. Они оба, с двумя такими там вообще просто рект идет. Это, слушайте, а есть патроны на АР-ку? Есть. Да, есть. Три. У меня. Ой, найс, он упал, конечно. Да, это забей. Ну, можно? Блять, нельзя. Охуенно. О, бочка тут есть. О, Бенедикт. Кому? Большие яйца. На сочнику или мне? Я аптечку выпью. Ну я а уже. Бенедикт, куда? Я уже забрал, так что мне, походу. Вот как? Окей. Блять, строить. Слушай, сейчас, короче, меня запустишь, я думаю, как раз сверху. Дай мне, Кирилл, дай этих пострелять, пожалуйста. А, да, да, да. Сейчас. Могу что-нибудь закинуть на пистолет, например, там миллион патронов есть. Андрей, не хочешь? Не-не-не, у меня не надо, в принципе.
Кстати, топ-позишн, на самом деле. Если тут построить железную вышку, все, мы тут не пройдем. У меня ресурсов никак. Вообще нет. Опа. Ага, по мне уже стреляют. Андрюха, ну это, походу, наши клиенты или нет? Я еще не понимаю. Надо понять, где они. Они вот на 330. Вижу. Далековат, конечно. Да, но это не единственный склад, где-то есть еще челики. Ну, я могу и туда, в принципе, запустить тебя, конечно. Не, ну вообще мы не в круге. Да, это тоже не особо. Могу обоих вас запустить? Правда, у меня три ракеты. Скиньте ракеты, есть кого-то? Кстати, нет. Есть. У меня куча ракет, Андрей, надо как-то тебе их отдать. Давай. Спустись ко мне, можешь? Блять, я бы, ну, если бы умел эту штуку разбирать еще. Вот домик, дверца есть, на, куча ракет. Благодарю. Нас могут сзади уже подпушивать в целом, удивительно. Там три снайпера вонючих. Вот сейчас бы... Да. Короче, да, я пока порофлю немного на с их зданием большим. Я только не попадил, слушай. Опа, Андрей. Need assistance. Я подниму, Андрей. Давай. У меня прилетела эта маслина. Мне тоже. Так. Ну, понял, ребят. Качественно. Отдыхай, нормально. Но они все пушат, не пойдут слишком далеко, у них джампада нет вроде. Или есть. Или они что-то строят там. Не, они упали все, Андрюха нормально сделал работу. А, у них там война, походу, началась с кем-то. Хилки. Они джампад, летят, джампад, летят, летят, летят. Я поднимаю и отхожу сразу. Давай. Отсюда. Вниз куда-то. Да, что-то Валера, они вниз вон приземлились, стирать. Бля, вампир, да, что сука, я сделал? Правому снял, 100 хп, вот. Ладно, я сам, короче, возьму. Ой, меня завалили, валерили, Валеры. Да ёб твою мать, почему ставится-то далеко это говно? Надо было просто воевать с ними. Андрей, все на тебе. Вот он взрывает. Бля, лох. Чего, блять? Подай. Вот это вот рофл, как так стрелять, когда он перед тобой, типа, ты видишь свою модельку? Как целиться, блять, алло? Да, это правую самый кнопку ты нажимал? Возможно. Может, правой кнопкой не успокоить. Типа поэтому, когда около построек и в домах очень неудобно. Поэтому типа и сверху удобно прыгать, потому что чувак стоит в своей постройке, если... Он как бы, у него обзор очень херовый. А ну ладно, время тогда налить чай себе. Да. 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 Обидненько. Я вместо того, чтобы пытаться с челом, пытался стенку поставить, она далеко была. Не, блин, вот эти вот снайперские перестрелки просто худшее дерьмо. Просто худшее. Это правда. Это, конечно, неотъемлемая часть, но рандомно залетает этот вот минус 200, тебе бам. До свидания. Я бы сказал, что рандомно, ты как бы стоял, влево-вправо ходил. Нет, ну, я, допустим, в один момент присаживался, стрелял, ну, там, в принципе, да, конечно, это закономерно, но тем не менее, не знаю, я не был готов. Тут есть же это, типа, от третьего лица целишься, на С два раза жмешь и, типа, стреляешь в этот момент. Ну, ой, не на С, на Ctrl, меня на С просто приседает. Акронархия. Ну, у нас лут был из жопы, на самом деле. К сожалению. Мы, говорит, два дропа прикол забрали, а в них все говно было. Че, в акры хотите опять? Или парк приятно? Вроде ключи Андрею надо было. Но можем в парк. Андрей тебя делает, я так думаю. Да и тогда, ключи делаем. Тогда в парк. Парк приятный. Да, он такой. Я далеко, судя по всему, лечу. Есть еще какой-то стак.
Я лечу прямо на дальние дома, судя по всему. Но вижу космонавта. Я рядом с богатым домом. Лол, какой-то, какой-то бот пишет в чате, то, что типа ты стримишь уже 2 часа, за это время должен был выпить, ну, это вот американское изменение воды, сколько там. В богатый дом, кто побежал, один чувак? Нокнул одного лоха. Внизу, чел, внизу, он лоха бэ. А там... Тут двое, тут трое. Ага. Андрей, блин, надо... Это не разборки надо. А, ну я с этой гранаты упал вниз, короче, прям к ним вдвоем, блядь. Гранатомёт. Где-то есть челик? Нет, стрелять в упор, это, конечно, реально рофл. Лоу? Это да. Ну-ка, погоди. А, не посмотреть. Так, чё, где кому дать надо? А. На кому-нибудь день дай. Мне тоже дали в рот уже. Ну, а там спереди я тебя вижу. Да? Окей. Это обидчики. Чё он там прыгает, а? Сучара. Прыгун, сука. Крепкий игрок. Уроды, блять. Но ты прорядил, все правильно. Конечно. А чё это наших мальчиков-то они, а? Есть ли оружие хуже, чем пистолет-пулемет серый такой, который на МП5 похож? Кирилл. Да, прошу прощения. Я нажал. Да там. Чего? Я по тому делу. Так, друзья, забыл совершенно пока. Трехминутная рекламная пауза. Да, Эндертейкер, спасибо за 2 месяца, Сахикир, Ламба ТВ, спасибо огромное. Че, еще раз в парк, а то как-то... Или нет? Я за. Я полетел. Андрей, чай наливает? Я вылетел. Блин, а похоже нашел самое низкое место около парка. Это вот здесь вот под горой. Здесь. Да. Я прям, смотри, я уже приземляюсь. Ну да, но с тобой челик один еще. На собачий дом. Два челика с тобой, Кирилл. Сзади уже. Здорово, челики! Ярик, поможешь? Ага, все, не надо помощи. Я сок бы взял у тебя, слышь? Да, бери. На, малыша. Еще кто-то. Мы еще не с вами, я без оружия даже. Я этого убил. Да, на крышу. Сейчас я его прикончу. Ты как хочешь это сделать именно? Смотри, так, тут вот, есть вот темочка, вот. Малыши. Бери ящик. Я тут уже большой. Готов на драчке. Я пойду бери, в бери, этот бери, бери. Богатый дом. И вылазим на крышу после этого. Скончаем его.
и большевичок. Что, тогда еще, идем боже на заправку мой. С нашими ребятами, чтобы срастить. Пойдем, пойдем. Ребят, я что-то фуловый весь уже. Забит. Хорошо, тут люди аккуратнее. Не расслабляйся. На заправке все собрали, или это вы собрали? А, лол, я не допил, секунду. А дом рядом с богатым вы лутали, да? Да. Богатый, кстати, я не лутал по итогу. Ну я его почистил тоже немного. Четко. Парни, под себя кидаем малыша. А, я вижу его на 345 дом. Или показалось, блядь. Нет, ощущение, там что это Ластецкий. Его да, есть в доме. Спокойно. В окне был. Где именно? Какой? Левый в окне дом был или второй правый? Этаж. Красный дом, двухэтажный. Понял. Да, да, бегает там. Только. Два, по-моему, Кирилл, два. Не уверен. Вроде два. На крыше нет. Давай, ломай Андрюха, отходи. Там ППшка, аккуратно. Нормально. Это вроде последний. Тут ППшка просто жесть, у меня 150 хп, он меня вынес моментально. Ну да, там можно. Хекс, а отойди, пожалуйста, отсюда немножечко. Да, да, сейчас. Ага. А я там скинул малыша, вы забрали его на поле? Нет. Тогда я ничего не скидывал там. Это я пошутил. Гранатка. Не, ППшка дикая. Сколько ДПС у нее? 221. ППшка самая большая ДПС в игре, да, имеет. Да. Как у пулемета почти того. Не, это вообще шок-контент. Это очень сильная штука. Опа. Опа, большой дичок. ППшка, на самом деле, стены тоже хорошо ломать. Там вот у нее разброс-то огромный, если по человеку стрелять. А если кто-то стену строит вдалеке, по ней нормально. Все попадает. Так, ну что, на брошенной башне? Сейчас долутаем. Вообще не будет у меня часть. Синяя М-ка есть, одна лишняя, надо? Да, да, у меня серая. У меня большой. А бинтовку в этом городе не завезли? На, лови. Ага, все, как договорились. Короче, я просто иду в зону уже, если что, подожду вас потом. Меньшевичков, надо тебе немножко напасть? Не, я 4. Да. А, окей. Вообще норм. Пойдем. Пойдем. Наши ребята уже убежали. Ну понятно, но уже 20 хп надо лутать. Так, не нашел. А бинтов вы не находили, Кириллу, бинты, да? У меня есть 6 бинтов. Вон там есть, говорят. Да. Кстати, еще есть, по-моему, какой-то квест посетить несколько заправок в одной игре. Одну, видимо, посетил. Да. Не, ладно, квесты я потом, наверное, все эти вот такие поделаю. А, так мы просто в башню идем. Представляете, какая ситуация жизненная. У меня снайперка нету. Надо будет прям прыгать в башню. У меня есть снайперка, но я тоже нет. Я плохой снайпер. Так, это что там такое? Это калаш, что ли? Калаш не взяли. Ой-ой-ой-ой. А, это МПшечка, окей. Че, мы проходим прям сквозь город? Или шо? Давай Кирилла подождем, дай ему бинтов. А вон чел ломает на 200.
Окей. Бегаю. Где него? Есть какая-то пушка. 200 внизу бегает, он там понял. Дал ему. Еще дал. Того ранил. Там снизу один в переходе этом. В переходе? Еще одного ранил. Где-то очень близко. Справа, ой, слева, слева. Вдалеке не или понял, где? Не понял, где. Снизу, по-моему, снизу был. Не, не очень вдалеке. Точно снизу? Извини, Андрюх, случайно вышло. А, тут еще один! Ничего себе. Этому дал в рот. Убийство. Да, нормально. Боже, я этого даже не видел, откуда он вылез. Закончились. Вроде. Бинты вроде вижу какие-то. Пара меньшевиков есть. Ну, это башня, тут могут еще люди сейчас прийти откуда-нибудь. Слушай, а случайно нет патронов на снайперку, может быть? Блин, нихера себе у него тут было гумна всякого. Так это башенные эти. Ну да, кстати. О, Кирилл, там есть аптека. Да, можно патриков на снайперку? Сейчас гляну. Нет, нельзя. Я вижу. Я могу скинуть, у меня будет. Давай. Они? Вроде. Где бой, спасибо. Так, вот я еще подбираю эту. Как ее разрядить? Никак. Как? Я бы разрядил. Слушайте, круг опять в жопе. Да, нам пора. Точнее, не опять, но просто в жопе. Пойдем, наверное. Да, давай. Как я только что нормально построил первый раз лейт. Блин, я начинаю понимать, что все уже, руки привыкают. Это идеально. Я становлюсь профи в эту игру. Я могу на собой костер поставить. Кэпыч. Костер. Костер нормальный там. А я пойду на разведку. Андрюха подождет нас. А, да-да-да, я замутился. Я на разведку, парни. А есть у кого до хера ресов, типа? До хера нет. Ну, у меня 300, 100-100. В крайнем случае, конечно, могу дать. Аирдроп 150 где-то. Пару елок сейчас попутит. Ой-ой-ой, по мне сзади стреляют. С этого. Сзади, в натуре. С башен еще, друзья. Прикиньте, что делается. Неудивительно, с одной стороны. Но надо может бежать быть круг. Нахер? Пошли в круг. Я круг. Я говорю, может нахер? Они будут преследование вести. Это я пристрелочный. Ну вон они там что-то строятся. Да, пошли не очень. Вниз падают. Прессую. О, Андрей, колки и ключи. Они туда придут, и ты убьешь кого-нибудь. Да. Отличный байт. На 150 где-то будет аирдроп, по идее. Или нет? Где-то в ключах уже какие-нибудь могут сидеть. Друже, так сказать. Да вроде никого. Хотя дерево порублено, ребят. Почувствовал. Чего? Так а челики сзади-то где? Ща, они придут, мы подождем. Так, вот там какая-то жертва была, видимо. Что у нас здесь? Не видать их пока. А, вон они, вон они с жампада на 230! Уже бегут, уже довольно близко. На, ну, где-то на 240, пожалуй, сейчас. Не вижу. Ну, они там, поверь. А, вон, вижу, бежит под горой.
Вот они даже дальше. Я пошел на них. Ну как, ребята, постреляли из зоны? Постреляли? Как тебе? Нормально? Нормально, нормально. Они за зоной там прыгают. Да, их там трое. Нам надо их запустить. Я запускаю их, парни. Запускаю, проверяй. Ой, хорошо, запустили всех. О. Ой, дробик, 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 дробик. О. Есть. Так, много патрон на АР-ку могу делиться. Мне так, надо, мне вообще нет. Ну, це добре, це добре. Большой армор, не у кого нету большого армора? Большого? Не, не, нема. Ты чё? Опа! А, прям с домов позиции. Да они чё же, ты охерели что ли? Откуда? Блин, округ... С домов. Округ опять же, на дому. Кто-то в буре сдох. Попал. Чего? Так, ладно, мы на дом или... Короче, я обходить к этому. По дому чел бегает. Парни, будьте бдительны, я к центру уже потихоньку обходить, потому что смысла мало в такой драке. Я конечно, что кидало? Боже мой, а как это так вышло? Короче, они внутри этого дома. Я двоих нокнул, еще двое тут остались. Блять, я застроился. Хорош, хорош, хорош. Блин, Андрюш, ну, парни, нормально, 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 я с вами. Я заберу эти баночки. Сука, я не... А, надо учиться это делать срочно. Ну просто, реально, по-моему, конечно, моя ошибка, то, что я не пошел с командой, но в этом немного смысла было. О, большевик. Ну, нормально. Но, как-то я очень понятно. В принципе, еще не очень люблю вот эти вот драки городские. И еще и с учетом того, что мы прям на краю круга. Вам где-то бежать надо, да? А там он круг, когда такой маленький, он уже, ты его даже обгоняешь в такой стадии. Ну да, все равно. Ну, чтобы на границе не встретить друзей. На 90 было что-то. Вон, вижу, на 120 а? Бежит. Может это ему жить. Дать вообще? Ну ладно, не буду, пускай бежит, пощажу. Он, кстати, что-то как-то на нас бежит. Блин, ну... Влево. Вот еще смотри, первый. Так. Ага. На 85 за деревом стал. Ну, когда-нибудь я попаду по ходячему. Так, ну вот сейчас вот как раз таки я за то, чтобы в круг идти. Я попал бы еще одного. Но круг уже а идет. Ну, в кругу, парень. Я иду в круг. Все, они засветились. За каменной вот этой постройкой двое. Помогите подпушить их. У одного 90 хп вот этого. 50, 10. Одному дорож. Парни, сзади, слева, парни, слева, пиздец. 360 вообще пиздец, парни, происходит. Жесть, откуда они? Да блять, я хочу хоть кого-нибудь попасть с этой что, снайперки убили, сраной в этой игре, да. Боже мой. За камнем бежит, 50, 54. Вот эти кто-то. Просто это, мамин это снайпер пустил, Андрей. Да ёб твою мать, когда я допью. Еще челик бежит, о, парень. Парни, вы не поверите, попал. Парень, можешь залезть, если ко мне? Очень неудачно. Трюк, можешь поднять? Можешь поднять? Я просто тут уже на этом фронте. Но я не буду пушить. Ну, не пуш тогда. Они, они сами, они сами, они сами тебя пушат. Их там двое. Пиздец. Ой-ой-ой. Почему это всегда так одновременно происходит? Они... А если ты, я не пойму, не выиграешь с собой или не заодно, блядь? Ой, блядь. Не, нахуй, не надо было поднимать, надо было просто дальше драться. Не, когда пушат, надо драться, да.
Это как в PUBG, в принципе, если в такой ситуации нокается чел в лейте, когда уже один в один. Ну, один склад в один. Не, вообще, в драке, конечно, против всяких гранатометов пытаться кого-то поднять, это глупая затея достаточно. Лучше уже это самое позиции там держать, доигрывать. Если враг уже отступает, то да, можно попробовать поднять. А если нет, то сори, сосати. Сосати плюс лежати. Банан 22113. Спасибо большое тебе за подписку при помощи Twitch Prime. Дай бог здоровья, добро пожаловать. Вот. А также Утнаух только что подписался, и тебе тоже спасибо большое. Блин, спасибо. Я не могу кое-что позвонить, заказать. Так, блин, я не посмотрел драгоценные квесты. Чё-то мы сегодня не выигрываем, мне кажется. Не, если... Ну... Чё-то выиграли. Не, нормально, 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 думаю, нормально. В конце именно раз у нас один, второй нокаут, третий. Вот в каждой игре от снайперок вы заметили, типа... То есть мы душим, потом ставим домик, начинаем, типа, стреляться, и у нас раз кого-то нокаут, и мы проигрываем. Ну, в этом мы проиграли точно, потому что большинство времени в последнем замесе сидел со снайперкой и пытался попасть. Но я тренировал АИМ, ребят. Это важно не, тоже. Ну, это пока, важно. Пока ты не нокнут, как бы... Великий компостер, спасибо за рестарт, добро пожаловать обратно. Точнее, за саб, Прайм, спасибо. И тут меня Джиперс, убили обидно. 17 лет, спасибо. Последнего энгейджа, так скажем. Петушки. Да там какая-то еще стенка стояла, я сверху не мог по ним стрелять, там стенка. Тут нет никого? А нет, есть кто-то вроде. Вдалеке. Ой-ой-ой, ребят, большие яйца. Я пью их. Алоха уже... Парни, тут у него оружие, у меня нет. Мне хуйня. Давай, я помогу. Где он? Он у меня тут, он бегает за мной по улице, я от него убегаю как могу, блядь. На... Он на крыше. Я у меня оружия все еще нет. Помогать, так сказать, но... Иди на улицу, я помогу. Я тоже иду. Чего убил? Назад дома. Хорош. Тут еще есть. А тут вот, на первом этаже дробик лежал. Вон, перебегают, все летят. Сигареты вот в зубах. Надавал плотно, я слышал. Еще один. Патроны, сука. Там еще вдалеке один челебос. Я ему дал в рот сильно. Нокнул. Там еще двое, вижу. Да-да-да, в доме, но это другой пати, по-моему. В доме еще чего по дороге бежит, на бомбе не поднимайся. Что нокнул? На доме был один. Да-да-да. Еще нокнул, где еще один? В доме да. Должен быть еще один. А за домом. Лоу у него, нокнул, убил. Крепко. А, тут мелкие есть эти. Мелкое говно. И этот, аптека валяется. Я бы взял. Набери. Так, надо долупать дом тогда. Ребят, я отойду на 2 минутки, ладно? Короче, я в доме закроюсь. Конечно. У меня броня есть? Чего? Ловушка? Ват. Вот это рофл. Блин, я вроде начинаю понимать, как перестраивать лестницы с одной стороны, с другой стороны как-то рандомно получается достаточно. Ничего не понятно. Ну, перестройка лестниц не очень удобно, это правда. Надо снизу перестроить недолго какой-то.
Блин, у меня лут, конечно, из дерма. А тут еще надо поискать, тут вот сундуки есть, я слышу где-то. Потому что, но не вижу. О, куст. Там где-то еще выстрелы были с 340, может пойти туда уже. Хочется что-то. А, и вон, да-да, тут вот, забирались наверх. Где-то здесь был челик славы, чувствую. Да, кончились ресурсы, чтобы построить. Мы можем немного Кирилла подождать. Можем. А можем? Я там одному айфкашеру дал. Пойду дальше. Крепко. По мне седают. С 75. Ага. Ладно, я иду. Снайпа еще так, вон. Где-то вижу справа. Двоих. А, троих вижу, они рассыпную. Одному армор снял. Где вы без армора, Андрюх? Ты попал по нему два раза. У него все, убил его. Ну это Валерки прям. Попало 72 одному сквозь армор. Ты, может, сдохнешь уже? А, у меня патронов нет. Ну да, это какие-то Валерославы были. О, тут золотой скар у одного из них. Нормально. Блин, а есть патроны на пистолет хоть... Ой, на АР-ку? Есть золотая... Ой, в смысле, синяя М-ка. Вот там. А, еще откуда-то? Кто? Не понял. Откуда прилетело? Со снайпы, да, летел сюда. Где-то с ренжа, кажется. Так, там еще СЭС? Что-то валяется. Походу СЭС где-то. Надо уже бежать к кругу, по-моему. Ну надо, да. Ну а какой-то Челислав сзади будет, ну, пошел у нас. Так, да, реально надо бежать. Мы кашу, да. Не успеем нормально. А патроны на снайперку есть? Может быть. У меня всего 8. Если надо, могу дать пару. Не, у меня один, но это минус один только. Мало. Давай дам парочку. Блин, Кирилл не успеет. Спасибо. ГГ. ГГ. Так, вот эта вот зона, кстати, мне совершенно не нравится. Тут, по-моему, просто контейнеры какие-то в огромном количестве, отстойное, и больше ничего нету. Отстойное место. Опа, а теперь уже не так плохо, но большевичок просто бесхозный на земле. Меньшевичок, точнее. Кирилл! Ааа, вон он! Он бежит! Он бежит, он живой. Это нормально. Да я просто, мы стартуем, так невозможно остановиться в эту игру играть. Да, вот это вот реально огромная проблема, то что у тебя нет времени ни на что. То есть в той же Доте, например, ты, ну, 15 минут поиграл, потом полчасика ищешь следующую игру, типа, нормально. А тут вот ты одну доиграл, сразу нажал, сразу играешь, типа, и все, не отдохнуть. Блин, нас зона поест. Это правда. Лай зона. Но она ласкает, на самом деле, сейчас. Ласкает. О, дроп вижу на 310. Можем сходить, он, кстати, недалеко. Зона тебя ласкает, зона шепчет тебя. Ту-ту-ту-ту. Но, в принципе, ай, кто-то пометил дроп. Mm-hmm. Нужны бинтики? Не, у меня есть хилк. Ага. А, Кирилл не добежал и остановился, он, походу, нажал shift и... Вот, и... ну вот, блядь, делаю круг вокруг и себя... И... Нормально. Короче, вот нет. Вот челы бегут круто, понятно, челы круто бегут. Сейчас, я подхилюсь. Под ноги надо смотреть, Андрей. Самое важное, вот, под ноги, прям совсем под ноги. Да-да-да, и когда лестницу под себя хочешь смотреть, тоже под ноги. Понял. Есть аптека у кого еще? Найнс. Есть только бинты. Там с арбалета челы стреляют какие-то больные. В нас, да.
Стреляю так, с арбалета. Тестирую. С арбалета? Все, выезжаю. Ну да, под ноги. Бля, я понял, что у меня нет ресурсов вообще. Вообще. Это, конечно, не здорово. Я висел на стриме, Андрюх. Ну почти. Чуть-чуть как бы. Не, ну теория-то правильно хотя бы? Теория правильная, практику как Гриша бы. Гриша 1381, спасибо за подписку. Повторять и нормально. Не, ну да. Ну так как я уже близко. Буду играть теперь только в Fortnite. Одного ранил. Тяжело или нормально? Тяжело. С концами. Друг его снизу, падайте под холмом. Там не один. Снайпер откуда-то зарядил мне даже. Ты был вообще снайперы. Печет аж. Рядом где-то был чел, вот под этим холмом. Я внизу его вижу, тихо, сейчас убью, он стоит АФК. Смотрите. Видит снайпера вдалеке еще аккуратно. Смотрите. Раз, два, три. Нихера, у него full armor был, 200. Да у это как не попадает. У него 20 хп. Или 15. Кек, я иду. Справа еще чел. Да, справа, близко уже. Андрей, я прям иду. Сзади справа. Снизу что ли? Ах, ебучая игра. Боже мой. Да. Хорош. Битый был. Кто еще тут, парня? Не знаю. Я ползу. Кирилла поднять можешь. Я заползу в эту нору. Да. Парни, живите. Ну, мы стараемся. Ну, у меня 40 хп. Я в зону ползу пока. Бля, в зону ползти, это топовая идея, кстати, да. Че, ловушки нахуй, я где-то. Ну, он там сидит в этом. И тот, у которого мало хп было, но он мог. Он упал, он внизу в самом. Там пулеметчик какой-то. Это по кому миниган? У меня 16. 14. Я не факт, что в свете болезнь, тут пиздец. Кирилл, мы умрём вместе. Прощай. Точно в ЭПД успею резко. Я ползу, не знаю. Попробуй до зоны доползти. Да, попробую. По идее, успею вползти как раз. У меня аптечка есть? Сразу. Бинты какие-нибудь? У меня аптечка есть. Зона, прекрати, остановись. Спасибо. Блин, там из Кирилла выпало что-то. Да, у меня одни пистолеты были, у меня типа я поэтому ничего не видел. Малыши были. А, и малыши, да. Вот. Ну, алё. Где? Или нет малышей? А, ты собрал, что ли? Не, я не брал. Ну ладно. У меня только одна своя была давно еще. Я вообще мало что взял с кого. Блин, я что-то постепенно начинаю получать небольшие ожоги от этой игры. Вроде... Вроде бегут на этого чела, который сверху сидит. Ну, естественно, строю я плохо. Неудачно забегаю. Получаю первый выстрел от Тарбадана. Ну, я бегу с эмкой, типа, думаю, что ну там мало хп, все дела, сейчас один раз потом сдохнет. Что-то попал раз, и вот это вот в мели начинаешь стрелять с эмки, когда ты видишь только себя на экране. Мели надо, батут да, избегать. Можем полетать на нем? Вообще, что происходит с батута. Ну, можем куда-нибудь полететь, в принципе, с батута. О, снайпер. Я так понимаю, давай ближайшую посылку полетим, я тебя подожду и вместе вылетим одновременно. Давай. Вон на 190, там челы должны быть. Да, там война. Они еще там между... Да, стреляются. О, это по тебе с арбалета стреляют. Погнали. Че, поехали? Да. Не вылетим туда.
Да, не долетим, но... Есть построить. А, я понял. Я понял. А, это просто сзади. Я понял. Меня разъебали. Они спалили наш план. Чел где-то снизу сидел. Вот в этом, походу, курятнике. Так, испытание. Да, низкий, сука, очень джампад какой-то стоял у челика. Блин, до сих пор нету, убивайте врагов у колких ключей. Парни, поехали в колкие ключи на выходные? Поехали. Обыщите сундуки в топкой трясине, есть у меня, Андрей. Хочешь в топкую трясину? Ну, скорее всего, у меня тоже это есть. Между прочим, шестая неделя будет открыта через 17 часов, ребят. Вот так.